Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna.
Hare Rama.
Hare Krishna, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare.
Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама, Хари Рама, Рама Рама, Хари Хари. Хари Кришна, Хари Кришна, Кришна Кришна, Хари Хари, Хари Рама. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Krishna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Шри Харинама Санкиртана Яги Ки. Джай! Шрила Прабхупада Ки. Джай! Нитай Гаура Примананде. Хари Бол! Слава всем собравшимся преданным. Хари Кришна. Что у нас болит, да? Ом намо Бхагавате Васудевая. 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 Йогу. Глава 6 называется Дхьяна Йога. Текст 15. Юнджане вам садатманам йогини ятта манаса шантим нирвана парамам мацамстам ати гачхати. Юнджане вам садатманам йогини ятта манаса шантим нирвана парамам мацамстам ати гачхати. Юнджане вам садатманам, йогиньятта манаса, шантим нирвана парамам, мацамстам ати гачхати. Юнджан. Юнджан. Занимающий. Занимающий. Эвам. Эвам. Так. Так. Как описано выше. Как описано выше. Сада. Сада. Постоянно.
постоянно. Атманам. Атманам. Тело, ум и душу. Тело, ум и душу. Йоги. Йоги. Йог мистик. Йог мистик. Ньята манаса. Ньята манаса. Тот, чей ум обуздан. Тот, чей ум обуздан. Шантим. Шантим. Состояние покоя. Состояние покоя. Нирвана парамам. Нирвана парамам. Прекращение материального существования. Прекращение материального существования. Матсамстам. Матсамстам. Духовное небо. Духовное небо. Царство Бога. Царство Бога. Адхигачхати. Адхигачхати. Обретает. Обретает. Перевод и комментарий Его Божественной Милости Бхактивиданты Свами Прабхупады. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает Царства Бога. Комментарий. В этом стихе ясно сформулирована конечная цель практики йоги. Но йогой занимаются не для того, чтобы получить какие-либо материальные блага, а для того, чтобы раз и навсегда покончить с материальным существованием. Согласно Бхагавад-гите, тот, кто практикует йогу, чтобы поправить здоровье или обрести те или иные материальные совершенства, не является йогом. Кроме того, прекратить материальное существование вовсе не означает раствориться в некой мифической пустоте. В творении Бога нет пустоты. Прекратить материальное существование значит войти в духовный мир, обитель Господа. В Бхагавад-гите сказано, что в обители Господа не нужны ни солнце, ни луна, ни электричество. Все планеты духовного мира излучают свет, подобно солнцу в материальном мире. В конечном счете все есть царство Бога, но духовное небо и духовные планеты называют Парамдхамой, высшей обителью. Кто достиг совершенства в йоге, осознал Господа Кришну, тот, как говорит сам Господь, «Матчита матпарах матсамстам» обретает истинное умиротворение и в конце жизни попадает в высшую обитель, на планету Кришналока, которую также называют Галока Вриндавана. В Брахма Самхите 5.37 ясно сказано «Галока эван нивасатья акиватма бхута». Хотя Господь никогда не покидает свои обители, Галоки, Он также является вездесущим Брахманом и Параматмой в сердце каждого. Таково могущество Его высшей духовной энергии. Ни одно существо не может достичь духовного неба Вайкунтхи или войти в вечную обитель Господа Галоку Вриндавану, не постигнув Кришну и Вишну, Его полную экспансию. Таким образом, человек, действующий в сознании Кришны, является совершенным йогом, ибо его ум всегда поглощен мыслями о деяниях Кришны. Савай манах Кришна падаравиндайо. В Ведах Шветашватара Упанишат 3.8 сказано «Там эва видит тватти мритюм эти». Разорвать цепь перерождений можно лишь, постигнув Верховную Личность Бога Кришну. Иными словами, достичь совершенства в йоге значит освободиться из материального плена, а не научиться произносить какие-то магические заклинания или выполнять гимнастические трюки, чтобы одурачить неискушенных людей. Юджане вам садатманам йоги ньятта манаса шантим нирвана парамам матсамстам атигачхати. Держа под постоянным контролем деятельность своего тела и ума, йог-мистик окончательно подчиняет ум своей власти и, прекратив материальное существование, достигает Царства Бога. Здесь сформулирована цель йоги, а как ни странно, она немного не совпадает с современными представлениями. Оказывается, цель йоги – избавиться от материального тела. Но это только по секрету. Мы шли сейчас и видели клуб йоги, называется «Гуру», такая вывеска, я думал, можно где-то преданное сделать, но название хорошее. Но люди думают, что цель йоги, она заключается в том, чтобы
именно как-то, ну, продлить, что ли, жизнь тела, очистить его. Как можно дольше сохранить материальное тело. Но вот здесь, в соответствии с гитой, цель йоги заключается в том, чтобы от него избавиться, от материального тела. Потому что тело, материальное тело, Прабхупада иногда здесь сравнивает в некоторых комментариях с некой навязчивой болезнью. Материальное тело – признак нездоровья. Признак здоровья – духовное тело, оно не нуждается в лечении или в какой-то коррекции, но материальное тело – это признак проблемы, признак духовности, то есть греховности. И поэтому избавиться от него на самом деле не просто, как бы не казалось это легко, но это не так-то просто. Оно появляется снова и снова, оно формируется. Вот каждая мысль формирует тело. Хотите понять свое прошлое, это не трудно. Говорит, а как, кто я был в прошлой жизни? Ну, не трудно понять. Если вы просто взглянете на себя в зеркало, вы поймете свое прошлое. Это вы. Это ваша мечта, то есть ваша цель. Цель, она формирует наше будущее. И если у меня тело, например, мужчины, то скорее в прошлой жизни я был женщина. Если тело женщины, скорее в прошлой жизни я был мужчина. О чем человек думает в момент смерти, это его будущее. Формируется оно. Поэтому сейчас мы тоже создаем какие-то действия, поступки. Мы формируем новое тело, новое сначала мировоззрение, затем тело. Оно уже при жизни даже меняется. Потом разобраться в том, кто я такой, иногда бывает сложно. В человеке иногда бывают смешаны разные представления о себе. Иногда в человеке может быть много личностей. И тогда ему трудно разобраться в себе. К примеру, одного человека, его арестовала полиция за преступление. Но это феномен. Потому что когда они поймали не того. Поймали одного, но когда они его уже схватили, он уже был другой. Что я имею в виду? Оказывается, в нем было несколько личностей. Они ловили преступника, поймали одного, когда схватили, он сказал, а я не тот, кого вы поймали. Он мог воплощаться в разные индивидуальности. Ну и подумали, естественно, что это, что имитация, думает. Он пытается как бы закосить, чтобы уйти от возмездия. Призвали, пригласили психиатра, психолога, они говорят, нет, это феноменально, говорит, он не притворяется, нельзя так быстро притворяться. То есть он попадал то в одну личность, то в другую, в такие крайности. И в нем даже была женщина. И всего было, знаете сколько? 24 личности. То есть, когда ему нужно было, например, быть сильным и страшным, у него был такой образ, он входил в него, он становился мастером боевых искусств, например. Когда ему страшно, он становился мастером боевых искусств. Когда он хотел общаться с противоположным полом, ну, с женщинами, он становился такой вот, весь приятный такой. Как раз то, что надо. Когда ему нужно было, например, быть сентиментальным, он в женщину даже превращался. Именно в уме. Внешне это был мужчина, оболочка та же самая, но его личности там уже давным-давно не было. Она где-то была вытеснена куда-то в глубины его подсознания, то есть она была раздроблена на части его индивидуальности. Когда-то, потому что в детстве кто-то его обидел, и он спрятался раз и навсегда, заместив себя вот какими-то такими псевдо, такими ложным эго, разными личностями. Такие бывают феномены, необъяснимо. То есть человеку сложно разобраться в самом себе. Поэтому избавиться от материального тела означает избавиться не от грубого, а от тонкого тела. А от тела желаний. Если вы меняете тело желаний, вот это внешнее тело тоже меняется. Если вы меняете свои желания внутри, умонастроение, желания, то даже вот это внешнее тело, оно сменит химический состав, может изменить химический состав даже. Например, может выздороветь или может заболеть. Смотря на то, о чем вы думаете, мысль, она влиятельна. И если вы думаете о каких-то возвышенных вещах, то тело тоже меняется, облик тоже меняется. Через некоторое время вас уже будет не узнать. Если вы будете также продолжать петь Хари Кришна мантру с таким же энтузиазмом, то однажды вы придете домой, и вас не узнают. Скажет, ты кто? Вы кто, скажет? Скажет, ну я к вам домой, в гости, другая личность будет. То есть человек, он перестроится. Духовная жизнь означает перемена, как бы перестройка личности. Ее, она будет разобрана на части, искусственная личность, ложное эго будет по кирпичику разобрана на части. Так, раз, два, три. Называется «Анашта неврити». Избавление от дурных привычек. И затем вы будете собраны в другом качестве, уже в новом качестве. Снова, поэтапно. Можно так это представить. Разобраны и собраны. И вот иногда человек боится
разбирать себя на части. Ну, нет, 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 не могу дальше двигаться. Но тогда вы не достигнете полного результата в йоге. Поэтому на самом деле йога – это внутренняя работа. Избавление сначала от тонкого тела. Тонкое тело желания, если вы меняете, если его у вас вообще нет, то что происходит? То вы не получаете грубого тела. Вот такого вот из костей тела не будет. Хотите? Точно? Вы готовы? Но в результате практики, правда, это не шутка. Не будет этого материального тела. То есть оно устроено примерно так. Иногда в Шримад-Бхагаватам есть такое сравнение. Там сравнивают наше тело с городом. Хороший город, приспособленный для жизни. Вот вы едете из города в город. Я еду из города в город. И каждый раз выезжаю в какой-то новый город. Подобно этому наше сознание, оно перемещается. Оно перемещается из города в город. И тело уже существует, созданное нашим умом. И вот вы приближаетесь к очередному городу, и вы видите, что сначала там ворота, вход в этот город. Душа, чтобы войти, она видит сначала тело, она должна войти в это тело. И там есть аллегорическое сравнение, что это город. И возле этого города есть привлекательный объект, это объект, например, разум. Но он олицетворен женщиной, которая говорит, иди сюда, пойдем, здесь хороший город. Мы здесь можем хорошо жить. Это будет хороший дом, хороший город, комфортный. Здесь есть хорошие кинотеатры. Что такое кинотеатр? Визуальный канал. Зрение. Здесь есть хорошая музыка, ты можешь слушать приятные звуки. Здесь есть хорошие сады красивые. Есть хорошие места, где ты можешь наслаждаться жизнью. Все очень удобно. Пожалуйста, приглашаю. И вот наше сознание, оно входит, оно подчиняется. Ух ты, здорово. Тут я еще не был. И оно входит в новое тело. Когда оно входит в новое тело, оно с комфортом там располагается, потому что тело новое. Пока оно новое, оно очень удобно. Вы им пользуетесь очень хорошо. Отсюда слушаете, отсюда смотрите. Оно такое пружинистое, в припрыжку ходит. Такое молодое называется тело. Очень удобно. И поэтому он не вызывает беспокойств. И они живут там очень хорошо. Вот этот материальный разум сочетается с душой. Это как бы семья у них там такая. Они живут очень хорошо. Наслаждаются жизнью. И пока вот тело вот такое молодое, то человек не интересуется ничем, никакой духовной жизнью. Он говорит, а что? Здесь хорошо. Почти духовное тело. И он путает эту форму с духовным телом. Если вы даже предложите, например, ему книгу, скажешь, возьмите почитать книгу. Молодому человеку пробовали предложить книгу почитать? Пробовали? Что он сказал? Читать не надо. Я не буду читать или что-то такое. Я однажды во время харинамы в Полтаве предложил книгу молодому человеку. Он шел, он такой был высокий, сильный. Я ему говорю, книгу посмотри. Он говорит, а что за книга? Здесь записывается йога, процесс йоги, совершенство йоги. Он говорит, что? Ну, возьми ее себе почитать. Он говорит, ты знаешь, если честно, я боюсь. Я говорю, а почему? Ты вроде такой сильный, большой. Ну да, я боюсь, потому что мне, боюсь, понравится. Мне уже нравится, как вы поете, ваша харинама. Мне нравится, как вы поете. Я боюсь книгу брать, потому что я слышал, у вас там какие-то есть строгие правила. Я думаю, ну-ка, рассказать, что ему, а правила что? Да, говорю, есть строгие правила. Четыре принципа есть. Я вам перечислил четыре принципа, чтобы окончательно его шокировать. Чтобы почувствовал, что он в то же время не может уйти, понимаете? Ему что-то нравится, что-то держит. И четыре принципа, а он сказал, ого. Нет, 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 говорит, я не хочу. Я не хочу, но, говорю, но он не уходит. Знаете, говорит, не хочу, а уйти не может. И стоит. И не уходит. Я ему говорю, ну что ж, ты, наверное, просто хочешь, но сомневаешься. Нет, ну понимаешь, я же молодой. Я вообще сейчас иду к своей девушке. И вот эти твои принципы, они не кстати. Я иду на свидание, ты мне говоришь о каких-то принципах. Я молодой, но не уходит. Понимаете, что ты его держит. Ну что ж ты не убегаешь-то? Не убегать, нет? Ты молодой, должен сейчас ходить в парке, с девушкой гулять, наслаждаться жизнью. Но он не может уйти. Говорит, ну, и книгу в то же время не берет. И тогда я ему говорю, ну хорошо, ты молодой, и ты хочешь наслаждаться. И ты не понимаешь, как мы можем следовать этим принципам. Он говорит, да, вот как вы можете им следовать? Это же как, это ненормально как-то. Ну, можно же наслаждаться жизнью.
Тогда я ему сказал, ну ты знаешь, ты лучше подумай о другом. Просто у тебя сейчас молодое тело, но через несколько лет оно станет не таким молодым. Оно начнет тебя предавать. И когда оно тебя начнет предавать, скажи, какой частью тела ты будешь наслаждаться? Он сказал, ой, я об этом не подумал. Но вообще-то тогда я точно займусь йогой. Я тебя найду, говорит. Ты меня не найдешь, потому что я не из этого города. И книга уже тебя нашла, зачем ты их откладываешь? Он призадумался, да, говорит, точно, вообще-то, правда? Я говорю, ну правда, над тобой будут смеяться девчонки. Когда ты будешь пожилой, пытаться наслаждаться, например, этой жизнью. Он говорит, выглядит смешно. Я сказал, ну да. А что, с помощью йоги можно не стареть? Я говорю, ну с помощью йоги можно избавиться вообще от рождения, старости, болезни, смерти. Вот этого тела материального. Ничего себе, говорит. Ну и как это делается? Говорю, нужно мантру повторять. Вот мы поем мантру, нужно книгу взять. Так человек пока молод, но не понимает, он с комфортом живет. Но через некоторое время наступают проблемы. Сначала начинают меньше видеть глаза. Он говорит, что-то этот канал как-то перестал работать. Он так смотрит через глаза в том городе. Там кино стало неинтересное какое-то в нашем городе. Совсем неинтересно стало. Но через некоторое время он замечает, что пищеварение начинает работать хуже. Тело плохо видит и плохо переваривается пища. То есть в этом городе начинается какая-то революция. Чувствует возмущение, какая-то революция, какие-то проблемы. Ну вот как же жить дальше? Какой-то непорядок. Он начинает перемещаться по этому городу. То в пятки уйдет душа, то еще куда-то поднимется. Некомфортно. Чувствует что-то не то. И мелькают дни и ночи, они подтачивают это существование. День, ночь, они мелькают, и он чувствует, что его как будто оттуда кто-то начинает выгонять. Ему становится неудобно, пожары начинаются, разрушения, слух не слышит, глаза не видят, пища не переваривается, ноги подводят, они еле передвигаются, все становится очень тяжелым, очень трудным. И приходит Джара. Знаете, кто это? Это ведьма. Джара – это старость. И он думает, как же так, я что, старый, что ли, стал? И он уже не хочет ему в зеркало смотреть, он чувствует, что он вроде бы, он смотрит и думает, это разве я? Это, кажется, не я, я чувствую себя другим, но неужели я уже старый? И ему приходится признать, что он уже старый, что она пришла старость. И он уже не может прыгать, бегать, а наслаждаться-то хочется. И Джара, она выгоняет его из этого тела, они выгоняют его впрочь, потому что он сам ни за что не уйдет. Несмотря на то, что там очень тяжело, он не уходит оттуда. Он держится за все, за последних сил, он будет держаться даже в этом разваленном теле, он будет за всех сил делать какую-то операцию пластическую, бегать, прыгать, заниматься чем-то, чтобы только как-то продержаться там. Из-за ложного отождествления, хотя там уже некомфортно. Но воздух, потоки воздуха, они выталкивают его оттуда, они как бы выгоняют оттуда. И когда они выгоняют его, с треском он выходит, оттуда, вылетает с большой обидой, ненавистью, он вылетает оттуда в страхе и выходит из разных центров. Ну, если изо рта вышел, то значит не так уж плохо. Иногда с треском выходит, когда это из макушки, то это значит освобождение достиг. Если через низ выходит, значит в ад пошел. И вот когда он выходит, то он выходит оттуда не один. Выходя из этого тела, за ним, он обращает внимание, что за ним идет целый караван. Караван материальных желаний, которые идут за ним, бегут прям, бегом, за ним. Эти материальные желания – это тонкое тело, тело желаний. Вот пока они за ним идут, ему придется зайти в новый город. Он бежит, за ним эти желания, он видит, а вон там еще один город. И снова кто-то стоит и машет мне рукой, и говорит, сюда, здесь лучше, нормально. Тут, там плохо, здесь лучше. Причем это даже более удобная форма города. Смотри, у нее много ног есть, хвост. У тебя раньше не было хвоста, смотри. Это же преимущество, ты сможешь махать им. Входи сюда. Зубы очень хорошие, пищеварение гораздо лучше, там было неудобно. Теперь будет улучшена планировка всего города, нового города, новая столица. Въезжай с удовольствием, въезжай в него. И человек въезжает, душа въезжает в новый город. Такая форма жизни, но это уже путь вниз, видите. Если он употребил, злоупотребил своей независимостью.
И так он будет из города в город перемещаться. Он всегда закован, закован вот в эту вот ловушку. Для души это подобно клетке. Как клетка, она очень тяжелая. И Гуру Махарадж говорит, что с возрастом я замечаю одну вещь. Он практикует йогу, ну то есть бхакти-йогу, духовный учитель. И он говорит, что со временем что происходит, какие перемены? Тело становится ношей, тяжелой. Вы понимаете, что вот все хорошо, то есть сознание у того, у духовного человека, кто занимается йогой, оно функционирует по-другому. Его сознание, оно не попадает под эти впечатления. Оно дистанцировано от этого тела. И он говорит, у меня есть энтузиазм продолжать все больше, больше и больше. Но есть одна проблема. Тело нужно таскать с собой. Как бы, как будто вот в прямом смысле, вот таскать его нужно. Это его нужно таскать, кормить и лечить. Вот, говорит, препятствие. Но даже, говорит, когда я ложусь спать, все равно я получаю поток информации, знания приходят даже во сне. Я, говорит, могу писать книги даже. И никогда не наступает утомление в сознании. Это хороший признак. Если вы практикуете духовную жизнь, то у вас не наступит утомление в сознании. Не наступит такого момента, что надоело жить вообще, знаете. Сознание Кришны жить никогда не надоедает. Не придет такое ощущение, что какая-то рутина, скука в уме. Но вы почувствуете лишь то, что тело стало тяжелым. Поэтому преданные в сознании Кришны, даже если они пожилые, в них есть юная энергия. Замечали? Даже если это пожилые люди, в них есть энергия юности такая. Очень трудно определить возраст у преданных. Потому что есть энергия юности, они не пресыщают свои чувства. И потом сознание их не входит в это состояние. Они меняют тело желаний, и потом не получают новое материальное тело. Они освобождаются от этого тела материального. Но избавиться от него крайне сложно, потому что есть очень сильное отождествление с ним. Очень сильное. Потому что ум, тонкое тело, оно срастается как бы с этим грубым телом. Если повлиять и на ум, оно повлияет на тело. Но если повлиять и на тело, это также повлияет на ум. Поэтому если вы хотите изменить ум и настроение, попробуйте воздействовать просто на физическое тело. Например, если вы сделаете какую-то асану, например, стойку на голове, то настроение сменится, улучшится. Или шавасану. Или как-то сядьте в правильную позу с прямой спиной. Здесь говорится йог-мистик, как он там, он сидит с прямой спиной. Это сразу меняет настроение. Если вы просто улыбаетесь, мы пришли однажды на курсы Нарбекова. Ну так, знаете, ради исследований. Думаем, стоит ли с ними взаимодействовать по поводу сознания Кришны. Думаю, интересно, как они ведут свои тренинги. И вот собрались люди, много народу. Вышел ведущий. Он вышел, сразу такой веселый. Одел кимоно, вышел в кимоно для карате. Включил радио, ну, музыку. И так, говорит, а теперь все встаньте, говорит. Все раз встали. А теперь сделайте из вот такого положения, вот такое положение. Чувствуете, все, настроение лучше? Лучше. А теперь улыбнитесь. И все раз улыбнулись. Чувствуете лучше? Лучше действительно, какая-то магия, думаю. А что тут такого? Оказывается, человек просто привыкает вот к этому состоянию, это умонастроение. По положению грубого тела можете понять ум человека. По лицу можете прочитать, что за человек, какие мысли у него, о чем он думал всю жизнь. На лице все написано, и в теле все записано. Позвоночник, он запоминает это все, что у вас происходит в голове, это отражается также в теле. Поэтому через тело можно воздействовать тоже на ум. Если, например, его выпрямить, то и настроение улучшится. Можно поменять это все. Когда мы читаем джапу, спина прямая, энергия движется вверх. Все гораздо удобнее, лучше. То есть они вот настолько связаны внутренне. Две субстанции, грубое тело и тонкий ум, они очень тесно переплелись. И мы обратили внимание, что он просто из одной гуны в другую их перевел, и они почувствовали облегчение. Но это то же самое они могли бы сделать и дома. Все. И люди исцеляются. Просто меняя настроение, думают, это чудо произошло, я исцелился. А ты исцелился сам. Ты просто поменял настроение, просто улыбнулся. Там йоги они советуют, улыбайтесь. Знаете почему? Потому что улыбка – это состояние души. Душа, она всегда улыбается, это ее природа. И когда вы заставляете даже ваше тело улыбнуться искусственно, вы включаетесь в блаженство Ананда. Вы контактируете с душой в этот момент. Душа, она начинает активизироваться тоже. Поэтому, когда человек улыбается, он меньше болеет. Но время идет, и тем не менее тело все равно состарится. Это не решение проблемы, не полное решение проблемы. Итак, тело, оно слишком навязчивая идея, и здесь говорится, что окончательно подчинить его можно, только подчинив ум.
так можно прекратить материальное существование, достичь Царства Бога, высшей цели. Но для этого человек должен знать эту высшую цель, должен увидеть отчетливо. Если же мы говорим, что цель йоги – это объединить всех женщин в мире или мужчин, так иногда толкуют йогу, то это ошибка. Цель йоги – объединиться с Абсолютом, с Богом. Итак, если цель видна, то успех есть. Практически есть шанс, большой шанс, почти 100%, если вы видите цель. Если цель не видна, шансов практически нет. Но человек нуждается в том, чтобы видеть будущее, перспективу. Если человек не видит будущего, он не живет больше, он не выживает. Поэтому прежде чем заниматься йогой, мы должны определить ее цель. Ну, например, я когда-то был студент. И у нас устроили такую игру. Был день здоровья. И сказали, нужно бежать. Все мальчики будут бежать, а потом девочки. И кто прибежит вперед всех, тому дадут мячик, на котором распишутся все учителя. Не только мячик, вам еще дадут стипендию, награду. Я не хотел бежать, но нужно было бежать. И вот все мальчики, они собрались на стадионе в спортивной форме, каждый хотел быть первым. Тут был старт. И нам сказали, вот будете бежать вокруг стадиона, определили как-то цель. Но я смотрел, что все рвутся, они хотят быстрее вперед. Но я занимался плаванием раньше, и я знал, что быстро бежать нельзя сразу. Я не хотел выиграть, у меня не было такой идеи. Они хотели выиграть. И вот на старт, внимание, марш, и они рванули со всех ног, кто вперед. Я думал, куда они так побежали, они что, с ума сошли? И правда, через полкруга я смотрю, темп резко снизился. О, очень тяжело. Они даже круга не добежали, стали медленнее. И вдруг я так не спеша стал догонять одного, потом второго, потом третьего, потом четвертого, потом пятого. Я бежал дальше. Ну, о, как легко. Я что, неужели я выиграл? Я бегу. Я заметил, что некоторые из них срулили в кусты, знаете, перекурить. Кто-то подумал, что неправильно определил цели, поэтому побежал раньше. Оказывается, нужно не по стадиону, а еще и вокруг школы бежать. А он прибежал к финишу, и ему никто не хлопает. В чем дело? А я бежал дальше. И в конце концов финишная прямая. И на финишной прямой я вижу, один есть. Тоже такой хитрый. Бежит. Думаю, ну вот здесь нужно уже рывок. Тут финишная прямая, нужно выложиться. Я думаю, ну-ка попробую. И выложился я раз-два, и вперед пришел. Мне дали мячик. Почему? Потому что я запомнил конечную цель. Почему те ребята не добежали? Они не рассчитали силы. Они не знали, потому что где цель. Они недооценили. Они думали, цель ближе. Кто-то думал, что цель забежать в кусты, перекурить, сошел с дистанции. Кто-то думал, что цель гораздо раньше нужно закончить. Видите? И из-за того, что человек неправильно определяет цель, он не может ее достигать. Результат хороший. Нужно знать конечную цель. Например, йоги, например, вывод вед, мы должны знать конечную цель. Что такое конечная цель? И мы должны знать путь до этой конечной цели. Нужно, во-первых, понять, что, возможно, я еще не там, и нужно посмотреть, что меня ждет, какой путь к этой цели. И чтобы чувствовать себя успешным, нужно видеть эту цель, но знаете, что это не просто мячик. Сознание Кришны достигнуть труднее. Это означает, что вы можете почувствовать некоторое разочарование, потому что цель никак не достигается. Ну как же, я уже 15 лет повторяю мантру, а Кришну еще не увидел. Вы можете так думать, ну как же. Если вы будете все время чувствовать неудачу, то вы можете опустить руки, энтузиазм пропадет. Но чтобы энтузиазм не пропадал, нужно что делать? Нужно еще ставить промежуточные цели. На каждом этапе ставить промежуточную цель. Чтобы каждый раз, достигая этой промежуточной цели, вы чувствовали себя победителем. О, получилось. Получилось, я сделал несколько шагов, я уже чуть-чуть ближе, вы почувствуете себя успешными. Еще немножко, и вы снова чувствуете себя успешными. То есть на пути к духовной высшей цели нужно расставить цели в этом мире, какие-то приоритетные, которые непосредственно необходимы в данный момент здесь сделать, чтобы достигнуть конечной цели. А что, например? Ну, например, я даже не знаю, ну... 16 кругов. Да, вы думаете, научусь повторять 16 кругов, научусь вкусно готовить, научусь играть красиво на барабане. Вы должны всегда чувствовать свой успех.
И чтобы еще чувствовать этот успех, его нужно создавать друг для друга. Например, преданные, они стесняются. Не стесняются, они смиренные. И кто-то из вас, возможно, мечтает, чтобы его пригласили спеть киртан. Ну, простой пример привожу. Но он же смиренный. Он не скажет, можно я спою киртан? Он скажет, он будет стесняться. И вот нужно сказать, а ты можешь спеть киртан? Пожалуйста, спой киртан, чтобы он почувствовал себя вот вдохновленным. Кто-то хочет прийти на кухню готовить, например, и стесняется. Нужно сказать, а ты можешь приготовить? Ты так вкусно готовишь. Иди, приготовь. Кто-то что-то хочет делать, и задача общества преданных – помогать ему создавать эту возможность для успеха. Облегчать духовную жизнь, помогать духовной жизни. Преданные – это те, кто помогает друг другу в духовной жизни. То есть они помогают проявить свои лидерские качества друг другу. Вот так вот. Итак, если я ставлю эти промежуточные цели, то все время чувствую себя вот хорошо, 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 я что-то получаю. Если получаю маленькую цель, то и конечная, скорее всего, тоже будет. Но можно чуть-чуть позже. Должны получать результат каждый день. Взяв четкие в руки, повторяя мантру, вы должны получать каждый день какой-то результат. Вы не должны думать, что когда-то в будущем я достигну любви к Богу. Каждый день вы должны чувствовать, что вы пообщались с Кришной. Каждый день какое-то откровение. Откровение духовной жизни – это естественное состояние. Оно не бывает рутиной. Она как приключение. Каждая намахата – это приключение. Так у вас, да? Каждая встреча у вас – это авантюра. Так? Потому что Кришна говорит, я приключение. Он говорит, а что, разве Кришна не приключение? Это означает, когда происходит это приключение, когда мы проповедуем. Когда каждый раз на намахате у нас кто-то новый. Когда новизна, когда что-то новое, когда вы что-то новое понимаете, рассказываете, это всегда приключение, что-то новое, откровение. Это же не материальный процесс, он все время обновляющийся. Итак, нужно научиться прогрессировать духовно, не зацикливаться долго на одном уровне. Так как вот однажды мы долетели в Индию, и наш самолет очень здорово ехал по взлетной полосе. Он так здорово ехал, что у меня мелькнула такая детская мысль, что он же как автобус. Он с такой скоростью мог бы доехать, наверное, до Индии прямо по дороге. По такой гладкой дороге, так хорошо едет, так думаю, несется прямо вообще. И тут же я подумал, а что ты такое думаешь, что за ерунда? Он же должен взлететь, ты что? Там же горы, куда он доедет-то? И когда я понял, что он должен взлететь, иначе он Вриндавана не достигнет, то мне пришла такая реализация, что как бы нам ни было хорошо в этом теле, в благости, отрегулировав его, и питание, и сон, допустим, и семейную жизнь мы изучаем все эти. Вчера мы это обсуждали. Как все вот именно отрегулировать очень хорошо. Как бы нам здесь ни было хорошо, самолет должен взлететь. Он не должен остаться здесь. Как бы гладко он ни ехал, он должен взлететь. Если он не взлетит, то он приземлится снова. То есть не взлетит, он не достигнет цели. Поэтому, хотя мы обсуждаем все эти темы, как сгармонизировать отношения мужчин, женщин, здоровье, успех в этом мире. Знаете, здесь успеха в материальном мире нет, он соленый. Это как шахта соли. Прабхупада говорит, все соленое. И потолок, и стены, все, и пол. Потому что, может, в этом углу не так солено. Да нет, везде. И тут, и там, везде, даже материальный мир. Как бы вы здесь ни пристраивались, его нужно покинуть. Так что, если мы даже попытаемся сгармонизировать какие-то отношения, какую-то карму, мы должны помнить, что даже если у нас получится или не получится, не огорчайтесь. И не радуйтесь, если получится. Потому что у нас нет вообще на это времени. Особо времени у нас нет гармонизировать там какие-то отношения, выяснять их. Нам некогда выяснять отношения. Нам пора испытывать экстаз духовный. Некогда выяснять отношения. Они будут такие, какие есть. Чуть-чуть запутанные, чуть-чуть хорошие, немножко сложные, они разные. И при всем при этом у нас на это нет времени. Есть еще одно состояние сознания, когда самолет взлетает. Когда он взлетает, вы забываете обо всем, правда же? Ой! Мы оторвались от грешной земли, все, все, мы уже летим. Вам уже не до того, что там было, как там было, понимаете? Вот если самолет взлетает, то все здорово. И куда он прилетает? Во Вриндаван. Святое место, цель Кришны. Духовный мир. Здесь говорит, Парамдхама, высшая обитель. И вот эта высшая обитель, она также проявляется в этом мире. Когда вы попадаете во Вриндаван, можете ощутить это присутствие в духовной реальности. Были, да, во Вриндаване? Кто-нибудь был? Я однажды тоже был.
так получилось, меня преданные пригласили, они говорят, поедешь во Вриндаван? Я говорю, о, не знаю. Они посоветовались ночью и утром проснулись, сказали, мы тебя хотим отправить во Вриндаван. Я говорю, ну, я спрошу Гуру Махараджа. Гуру Махарадж сказал, ты же разве не хочешь во Вриндаван? Ты же там не был. Я говорю, ну, я не знаю, хочу или не хочу. Так, поезжай. Я купил билет, пришел в аэропорт. И хорошо, что там были преданные, потому что я не знал вообще, как действовать дальше. У меня не было забронировано ни номера, ни такси. Я летел просто во Вриндаван. Эта группа преданных, они летели со мной в самолете. Самолет взлетел, и он приземлился во Вриндаван, в Индии. Когда он приземлялся, это было чудом. 3 часа всего лететь от Алматы, и вот вы приземляетесь, и чувствуете счастье какое-то очень таинственное, интересное такое состояние, что как бы в сказку приземляетесь, в настоящую Индию. Как только вы выходите на улицу, сразу чувствуете такой запах специфический, такой душный воздух такой, знаете, запах специй, такая дымка таинственная, в небе темно, ночь, 11 ночи. Огромный аэропорт, как город, представляете? Я стал, ну, я чуть не отстал от группы, потому что они очень быстро побежали все. Они уже знали дорогу, они туда-сюда уже там все заполнили, я чуть-чуть уже бы не потерялся. И очень интересно, что тут спит индус, прям на дорожке. И они вот могут лежать прямо так вот на дороге, тут индус в такой одежде, знаете. Тут индус такой челме. Все очень разнообразно. Многообразная культура. И вот мы заполняем вот эти бланки, нужно на английском языке, но я не знаю английский, я просто пишу какие-то буквы, но они как дети. Они одновременно строгие, у них усы очень строгие, но они как дети. Они как смеются, как ты заполнился неправильно. Ты написал Вриндавана, надо Мадхура. Искон Хари Кришна, ох! Искон Хари Кришна очень уважаемо, они радуются, любят преданных. Особенно когда матаджи. Им они еще больше улыбаются. Улыбаются, а мне, смотрю, не очень улыбаются. Проходи. Я прошел. И мы вышли на улицу. Когда мы вышли на улицу, мы увидели такую большую-большую толпу, как будто они нас встречают. Много народу стоят с такими бородами индусы, в таких красных челмах. Этих как-то челма, да? Потом буддисты какие-то в одежде, да, очень такая вот публика. И они на нас в упор стали так смотреть очень внимательно. А такси нашего не было. Матери стали нервничать, где же такси? Говорит, а ты что не нервничаешь? Понятно, ты ничего не заказывал, ходишь, тут просто мантру повторяет, ходит. И все. Хоть бы поискал такси. Но такси приехало в свое время, они немножко опаздывают, так, и такая большая машина, как чемодан. Толстая. Мы сели в машину, и нас предупредили. Они сейчас попросят еще деньги, не давайте. Мы уже заплатили, но у них есть такая привычка просить еще. Мы сели, меня посадили на переднее сиденье, все сзади, и мы выехали в Индию, в таинственную. Туда. Мы выезжали долго через этот аэропорт по каким-то лабиринтам. Когда мы выехали в город, то мы увидели, что хотя и ночь, но никто не спит. Вся дорога, она вот такая наполнена автомобилями, движутся вот так вот хаотично, нет правил дорожного движения. Они все куда-то движутся, огромные автомобили, такие фуры. Наверху люди сидят, сбоку люди висят, снизу они там как-то держатся. Тут лежат коровы прямо на дороге, тут спит человек прямо на обочине, прямо посреди движения. И все это движется, и пальмы стоят, и все это вот очень такое динамичное. Вот так вот. И мы ехали до самого рассвета, представляете? Мы ехали всю глубокую ночь, мы уже засыпали. И я когда открывал глаза, иногда дремал, смотрел, я видел вывески. Прям представьте себе, посреди улицы вывеска, не улица Гагарина, например, а написано Вриндаван, Мадхура, столько-то километров. Я думаю, неужели? Неужели вот всего лишь несколько километров, и я вот тут, в Парамдхама. Неужели, я думаю? Неужели это правда? Я сам не знаю, как это получилось, не планировал даже. И вот мы едем, у них звучит музыка Радхи, знаете, вот это модное тогда было. Я чувствую, что присутствие вот этой энергии, такой какой-то экстаз внутри появляется, предчувствие такое таинственное, Вриндаван. Едем, и в конце концов останавливаемся возле какого-то лавки, они идут пить чай. Нас предупреждают, что они очень долго пьют чай, но главное, не пейте вместе с ними чай. И ничего у них не берите.
все, что они дают, это нам, мы не переварим. Вот для нас не переваривается у наших людей. Они пошли пить чай, Матаджи тоже вышли, все вышли, я вышел. И темно, я смотрел в небо, пытался звезды увидеть. Там такой, какой-то дымка, звезд почти не видно, тишина, такая огромная дорога темная. Здесь такая лавочка простая очень. И вдруг я стоял в стороне, я чай не пошел пить, я боялся вообще что-то там есть пить. Вдруг я стал вглядываться в темноту, потому что увидел, там что-то идет. Прямо посреди дороги. Такое большое, такое объемное, но не машина. Что-то движется в мою сторону, так из темноты. Какой-то силуэт большой такой. И прям ко мне. И вдруг выходит из темноты, и я вижу, что это, знаете кто? Свинья. Такая большая, знаете, красивая. Такая в таком веселом таком настроении. Там, знаете, как свиньи, они всегда в таком веселом настроении. Таком оптимистичном. Такая оптимистка. А вот такая бодро подходит ко мне и смотрю, он так ко мне туда-сюда и нища. Пошла сюда, потом туда через дорогу перешла и вот пошла. У вас такое бывает? В улице вот просто свинья вышла и пошла. Вот это Индия. Одновременно очень высокая культура, одновременно такой контраст. Вот такая свинья, это меня впечатлило просто даже свинья. Потому что свиней, что ли, не видел. Ну, понимаете, очень нестандартная ситуация. Потом подошли индусы, студенты. Они ездят втроем на одном мопеде, вот так, по трое. Они подошли ко мне и смотрят на меня. Потом они что-то спрашивают меня, я не пойму, что по-английски. Оказывается, они спрашивают, как зовут? Матаджи. Я говорю, это Искон, Хари Кришна. Они сигарету достают. Они такие наивные, знаете, не специально так наивно, потому что для них это что-то, ну, как бы, для них это что-то такое, как это называется слово, такое прогрессивное такое. Мы тоже курим, как насчет? Ты же западный человек, мы тоже, смотри, курим. Я говорю, нет, нет, no smoking, Хари Кришна там. Я Хари Кришна. Достали какую-то конфетку мне. На этой конфетке скорпиончик нарисован. Подозрительно. Я говорю, спасибо, но я не, ну, есть это не стал, не провести, не стал это делать. Матаджи испугались, потому что они встали и смотрят вот так вот в упор, такими наивными, простыми глазами, открытая душа. Но матаджи напряглись, они быстро спрятались в машину, и они встали вдоль машины, стали смотреть. Они еще кое-что сделали, но я не буду уже это рассказывать, это вы потом сами увидите. Они могут делать очень странные вещи. В конце концов, они сели все в мопед, на мопед на свой втроем. Они были слегка пьяные. Ну, молодежь прогрессивная, индийская. И уехали. Они так развлекались. И мы, в конце концов, поехали дальше. И уже наступало утро, 3:30. И в этот момент мы стали въезжать в Брахма-Мухурту в Вриндаван. Наконец появился поворот. Большая такая арка какая-то. Ворота какие-то. Вы въезжаете туда и едете по дороге. Вдруг видите, огромный Шива сидит. Справа. Такой большой Шива. Какие-то стройки здесь, пыльная дорога появляется, поворачивать куда-то в темноту. Пыль, 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 пыль. Сюда еще и приехали возле какой-то гостиницы. Открывается машина, мы выходим, уставшие, сонные, все в пыли, все ложатся в эту пыль, кланяются, это же пыль Вриндавана, Парамдхама. Я пытаюсь почувствовать, что это же Парамдхама. Тут ходил Прабхупада своими ногами, стопами. Я пытался представить, здесь же Прабхупада ходил. Это же очень интересно. Но в этот, через некоторое мгновение я увидел, как все преданные исчезли. У них у всех уже был забронирован номер. Я думал, где же я-то буду спать? У меня нет ни номера, ничего. Я ничего не рассчитывал. Я остался один посреди какого-то двора. Такой двор, гостиница, там из мрамора что-то, темно, ночь такая, раннее утро. Вдруг выходит одна знакомая. Матаджи говорит, а там тебя ждут Прабу. Оказывается, тебя ждали, иди. Там есть место. Ну, как хорошо. Какое-то место все-таки есть. Я зашел. В темноте пытался понять, кто же это меня ждал. Они спали, эти Прабу. И кровать была для меня. Я лег. Через несколько часов проснулся, на группу уже пошел. Я узнал, преданные с Украины были, еще из Алматы некоторые. И я отправился туда. Наконец-то посмотреть при свете дня, что такое Вриндаван. Представляете, ощущение. Стоит огромное дерево такое, многоствольное какое-то такое, очень замысловатое. И вдруг на нем куча обезьянок.
обезьянки на заборе тут, и меня все вспомнил. Нельзя смотреть им в глаза. А глаза у них такие, бегают все время, так они быстро смотрят во все стороны. Но им в глаза нельзя смотреть. Если вы посмотрите им в глаза, они воспринимают это как агрессию. И нельзя что-то нести в руках. Если она увидит, она может отобрать у тебя из рук. Я так присматривался к ним, но ко мне они были равнодушны, они не нападали. Они чирикали, там как-то верещали, что-то делали. Вдоль заборов там такие канавы, там специфический запах, потому что это канализация. Он смешивается с запахом специй, благовоний, все это очень такое специфичное. Вы идете, и тут видите какие-то кучи, там какой-то мусор, свалка, там какое-то такое озеро, какая-то такая грязь, куча кирпичей каких-то, вот такая вот специфичная атмосфера. Но все пронизано сознанием Кришны при этом. И вот я иду вправо, потом еще поворот, и мы приходим в храм Кришна Баларам Мандир, тот, который Прабхупада построил. Он сразу резко отличается от всего вокруг. Он сделан по такому высшему стандарту, все очень красиво, из мрамора, все очень дорогое. Самадхи Прабхупады, такой вход в храм. Вот крыши там нет, просто такое пространство, и такие стены разрисованные, там некоторые картины рисовал Гуру Махарадж, разрисовывал Читанчандра Прабху. Вы входите туда, и первый раз, когда все это совсем все по-другому, там три алтаря таких больших посреди этого пространства, дерево растет такое, его не срубают в Индии. И вот я вхожу туда, много-много народу, там со всего мира, знаете, людей. Я тогда увидел, что Прабхупада построил дом для всех. Точно, потому что там были и китайцы, и все-все-все, но все были преданы. Интернационал такой, знаете, огромное количество народу. И особенно интересно музей Прабхупады, там его кастрюлька стоит, там его ручка, там его предметы личные, вот это все. Там он сидит, как бы вот это все ощущение, дворик, где он жил, кровать, где он лежал. И я думаю, а где же Гуру Махарадж? Я хочу видеть Гуру Махараджа, чтобы он увидел, как я приехал в Вриндаван. Я думаю, наверное, обрадуется. И ко мне подходит преданный с Алматы сразу. О, приехал все-таки. А Гуру Махарадж видел тебя? Я говорю, не знаю. Так иди, говорит, подойди, он вон там стоит, иди, подойди. Так это вот, подойди. Нет, я не пойду, я стесняюсь. Но сам я думал, вот, мне хотелось, но я стеснялся. И он стоял в очереди, мы все стояли в очереди, чтобы предложить Прабхупаде цветы. Там было много преданных. И через некоторое время, я смотрю, он преданный подошел, не выдержал, Гуру Махарадж на ухо говорит про меня, что вот он приехал, вот он там стоит. Гуру Махарадж так повернулся, так сказал, не стал смотреть в мою сторону, просто ему сказал, да, я знаю, все. Ну ладно, пусть так. Но на самом деле внутри у меня было другое желание. Знаете какое? По секрету вам скажу. У меня было желание, чтобы он подошел, чтобы я подошел, и он бы меня обнял. Вот такое у меня было желание. Но я подумал, наверное, оно сентиментальное. Стыдно так думать. Думаю, ну оно сентиментальное, что это за сентименты. Я подождал, предложил цветы, и потом пошел обратно в гостиницу, вышел из храма, пошел через перекресток и вдруг увидел боковым зрением, что кто-то идет с другой стороны через перекресток. И смотрю, идет Гуру Махарадж и матушка Гаурачандра, они вместе идут. Я замер сразу. Оп! Я забыл, что надо поклониться. Святое место, дхама, ну как им не поклониться, понимаете? Но у меня все вылетело из головы, я просто оцепенел вот так. И стою, не знаю, что делать. Уходить же нельзя. Как ты уйдешь, вот гуру твой идет, а ты куда-то идешь мимо. И к нему идти или стоять, я не знал, что делать. Я так стоял, пошел чуть-чуть к ним, и они ко мне. Гуру Махарадж подошел ко мне, вот так взял меня, обнял и сказал, ну как, похоже на духовный мир? Я сказал, похоже. Он говорит, завтра идешь на парикраму? Вокруг Гавардхана, парикрама, готов? Да, готов. И вот тогда я вспомнил, что говорили, что дхама это то место, где исполняется желание сразу. Несколько минут назад я просто подумал об этом. И буквально через несколько минут это сразу же произошло. Это такое место. Почему? Потому что это парам дхама, высшая дхама, обитель Кришны. Она спроецирована также в этом мире. Это как бы проекция духовного мира, там он присутствует, но это видение, оно скрыто.
То есть нелегко это увидеть, но можете это почувствовать. Там много всего интересного, таинственного. И вот я стал там жить. Целый месяц у меня был впереди. Знаете, как интересно. И утром рано, когда я проснулся на Мангаларте, то я услышал, что уже никто не спит. Понимаете, еще только 3 часа утра, но уже там кто-то кричит, поет «Самсарадава», там кто-то сам по себе, там кто-то спит в колокольчик, там павлины кричат таинственно из какого-то леса, там из кустов каких-то. И мы поселились, меня взяли к себе узбекские преданные, бесплатно, пошли к нам, в гостиницу не надо платить, пойдем к нам бесплатно. И мы сняли такую комнату на самом верху, в новом здании, и оттуда весь Вриндаван был виден, там крыша как балкон, у них такие крыши. Я смотрю, о, Вриндаван, все видно, и там храм, и такой, и звуки вот эти Вриндаваны, запахи Вриндавана, вот такое ощущение. Попугайчики такие зелененькие прямо на стене живут, к нам прилетали, обезьянки. И вот вы идете на Мангаларати, и все звенит, все поет, все идут. И вдруг смотрит, под ногами кто-то лежит, такой человек, присматривается, а у него там алтарь, он уже поклоняется Богу, понимаете? Вы видели здесь такое? Здесь, когда приезжать сюда, кажется, что сознание Кришны вообще атрофировано, как будто вот у людей недоделано в голове, файлов не хватает. Вообще отсутствует полностью сознание Бога. А там все, наоборот, пронизано сознанием Бога. Каждый человек подвижник. Ну, каждого. На велосипеде у него алтарь. Везде у него алтарь. Везде, 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 везде. Они все время поклоняются Богу. Понимаете, вот такой народ. И все улыбаются, и такие счастливые, радостные. И вы заходите туда, я смотрю, боже, сколько народу, даже зайти невозможно на Мангаларати. Мангаларати называется, у нас никто не ходит на нем, проспят. Но там, как только алтарь открылся, знаете, что они сделали? Они с восторгом, с таким визгом побежали к нему, вот так, чуть ли в него не забежали, вот на перегонки туда, так стихийно, с таким восторгом, не так в полусне, а самсара дава, где-то в полусне там кое-как. Нет, они полные энтузиазма. И они целый день входят, выходят из этого храма, входят, выходят, это картика. Когда они заходят в Прабхупаде, они кланяются ему. Если вы там сидите тоже, они и вам кланяются. Вот это кто сидит? Потому что вы сидите на подоконнике, и там все похоже на Мурти. Там иногда джапу читаете, они так, о, и так присматриваются, живой вроде. Все так пронизано этим сознанием Кришны. Гуру Махарадж там читал лекции. Шримад Бхагаватам, все русские преданные за ним ходили. И не было места, где читать, то в столовой. Когда мы пришли в столовую, я подумал, а почему она, интересно, вся как клетка? Такая клетка зарешоченная. Тут крыша, тут клетка просто, решетки. Вы заходите туда и садитесь принимать просады, вдруг грохот такой по крыше. Гремит что-то и катится просто, как будто перекатывается что-то по крыше. И визг. Обезьяна, оказывается. Я никогда не видел, не слышал такого, знаете, кошки бывают, бегают по крышам, там стаи таких обезьян, они хотят просад. Но там решетки, они так смотрят туда, вот, ждут. И когда мы однажды там не поместились и в коровнике вкушали просад, то это была проблема, эта стая прибежала вся туда, и вы не могли есть, вам надо было отбиваться, нужно было взять палку, и они чуть-чуть задеваются, все, она уже прыгает в вашу тарелку и мгновенно оттуда выхватывает лепешку, все, ничего нет больше. Это такая проблема. И вот мы так сидите и все время ждете, что она прыгнет оттуда, оттуда. А она знает момент. Они знают момент. Именно тогда прыгнут, когда вы не ждете. И вот мы принимали просад, и лекции там тоже шли. Иногда Гуру Махарадж проводил лекции просто в гостинице. И все русские преданные, вся толпа туда, за ним, потом сюда, везде. Вот это вот. Шримад Бхагава там проводится. Потом мы обходили Говардхан. Это особое впечатление. Представьте, до Мангаларати рано утром или после него сразу стоят автобусы, которые везут вас на парикраму. Никто не спит. Уже автобусы, они туда уже едут на парикраму. На Говардхан означает 24 километра или 26 километров пешком, босиком. Я взял сандали. Матушка Горичина говорит, у тебя что, ноги болят? Да нет, но... Так босиком, говорит, надо идти. Я так, да. Босиком. Я беру на всякий случай с собой эти сандали. Но я не могу идти быстро босиком. Но Гуру Махарадж летит как пуля. Догнать его невозможно. Он просто летит на парикраму. Я бегом догонял его, но все равно отставал. И такая дорога, знаете, сначала камни, потом асфальт, потом песок, потом снова камни, асфальт, песок. И вот вы идете, такая толпа идет людей.
точно как в Москве, но не на работу. Москва, она вся бежит на работу, вот там пробки. Но там никто не идет на работу. Там все очень заняты, но они заняты тем, что они идут к Богу все. Вот такой мир, где все идут к Богу только. Никакой работы, никакого эгоизма, только к Богу все идут. Очень удивительная атмосфера, когда попадать в этот поток, вы понимаете, оказывается, можно жить совсем по-другому. Можно жить по-другому. Тоже динамичная, интенсивная духовная жизнь – это динамика. Это приключение, не что-то такое пассивное. И мне рассказывают, что вот там раньше сидели йоги, вот о которых здесь написано. Еще несколько лет назад они жили там. Они сидели прям под палящим солнцем, вокруг разжигали огонь. Сверху их жгло солнце. Волосы у них были вот такие вот спутанные, с навозом смешанные. И они были мистиками, сидели йоги. Мы только одного видели, он сидел в какой-то маленькой такой вот своей пещерке. Ну, то есть, какой-то домик себе сделал, и он сидел, не двигался там. Полностью отреченный. На Ямуне мы видели тоже такого йога, он просто сидел, шил. Одежда на нас вообще никакого внимания не обратила. Такой худой йог, такой настоящий, индийский. И вот когда вы обходите Говардхан, это такое особое ощущение, особая парикрама. Через некоторое время ноги у вас уже горят, все это вот состояние, вот эта таинственная такая гора, эта приятная такая мягкая дорога, какое-то что-то родное там есть вот в этом, в тех вот местах. Мне это кажется, я не знаю, что-то такое есть в этом. Катаетесь там в песке, Гуру Махарадж нас всех стал кататься вот так вот туда, потом сюда, в этом песке, играть в какую-то игру. Лилы какие-то. Два раза мы обходили с Гуру Махараджем, и один раз с Гавиндой Махараджем обходили. Говорит, мне понравилось два раза. Хотя я стер себе ноги, все-таки появилась дырка там, проткнул. И, но все равно шел так вот, и думаю, ну вот, может, это зараза какая-то быть, а может, не быть. Приходится просто полагаться на Кришну уже. Так вот. Когда вы заканчиваете эту парикраму, полное состояние блаженства. Тело устало, вы в сознании Кришны полностью. А вечером Дамодараш, такой красивый храм набивается полностью народом, и все они с этими огоньками, эти красивые огоньки, и красиво поют Дамодараш, такое вот это сознание. И полно народу со всего мира, такие преданные в сознании Кришны, все всякие разные. И в конце концов меня приглашают узбекские преданные, говорят, ну что, едешь с нами дальше? Куда? Джаганатхапури? Едешь? Я говорю, я не знаю, хочу быть Гуру Махарадж быть. А Гуру Махарадж уезжает в Майяпур. И он едет сам. Я думаю, ну что, а мне что делать? Нужно ехать в Джаганатхапури с преданными. И мы едем в Джаганатхапури. Сначала в Дели. В Дели у нас еще была Радхаятра с Гопал Кришна Махараджем. Удивительно. Когда мы приехали туда, то у нас были тучи, сильный дождь пошел. И всю Радхаятру смыло. И все было так хорошо отрепетировано, отрегулировано, а Гопал Кришна Махарадж вышел такой грустный, запел Хари Кришна мантру так умоляюще, и вдруг прямо над ним тучи стали расходиться. Так раз, и дождика нет. И солнце. И Радхаятра состоялась торжественно. Там были представители из правительства, все это такое шествие было грандиозное, везде раздавался просад, то есть движение сознания Кришны очень там уважаемо. Мы были в храме в Дели тоже, там, как музейцы, показывали все, угостили просадом, затем повезли, поехали на вокзал. От вокзала это что-то в нечто. Сколько там народу, можно заблудиться просто. Поезд хороший был. Плацкарт, но в этом плацкарте есть душ. Представляете, душ. Есть душ, 4 туалета, 4 душа. Все очень комфортно, пища бесплатно разносится. Шторки есть такие, кондиционеры, официанты, такой есть поезд. И вот мы поехали в эти тропики, в Джаганатхапури. Без Махараджи, но с группой. Когда мы приехали туда, то нас предупреждали. Приехали туда, нам сказали, будьте внимательны, сейчас вы въезжаете в Джаганатхапури. Когда вы туда въедете, будьте осторожны, потому что все люди, которых вы там увидите, имеют 4 руки. 4-рукая форма. Ну как, что, в каком смысле? Правда, что да? Они все жители Вайкунхи. Мы думали, да, интересно посмотреть. Приехали, вот увидели людей. И мы стали представлять, что да, чисто теоретически, поймите, вам кажется, что у них такая форма, но у них форма жителей Вайкунхи. Поэтому смотрите, будьте осторожны, никого не оскорбите, чтобы, не дай бог, никого не обидеть из них.
Они отличались от жителей Вриндавана, они не были такие улыбчивые. И к западным преданным немножко напряженно. Коровки там такие вот. И у них на спине такой плавничок, как у рыбки. Маленькие коровки, другие. Вот такие бананы маленькие тоже у них там. И мы поехали в гостиницу. Подъехали в гостиницу, там увидели океан, настоящий океан. Место, где Харидаса Такура омывал Господь Чайтанья. Представляете? Прям то место, где Харидаса Такура. Господь Чайтанья омывал в этом океане, потом танцевал своё тело, когда Харидаса Такура ушел. И в гостинице мы селимся, там тоже крыша, можно выходить, наблюдать вот этот океан. Я даже никогда в жизни не мог подумать, что буду в океане плавать. Еще в таком месте, где Харидаса Такура. Не мог себе предположить. И теперь в этот же вечер нас отправили за просадом. Мне сказали, ты вот съезди тоже за просадом, потому что здесь главное служение в Джаганнатхапуре заключается в том, чтобы есть просад. Думаю, хорошее служение. Мы уже были голодны, и мы подошли к рикше, рикша сказал, я знаю, куда ехать. Они все всегда говорят, что знают, куда ехать. Но когда мы поехали, он завез нас непонятно куда. Но мы сами не знали, куда ехать. У нас было какое-то слово, которое мы бы ему все время произносили, как нам сказали, по бумажке. И он все время не понимал, о чем речь. То туда, то сюда, уже темнело, представляете, мы уже почти заблудились. Он уже начал плакать, этот рикша. Мы говорим, все, мы другого рикшу возьмем. Он говорит, а деньги, деньги. Он обиделся, что мы ему деньги. Он говорит, ну ты же нас не довез. Он обиделся, мы вспомнили, у него четыре руки, нельзя обижать, нельзя, это житель Вайкунтхи. Мы отдали ему деньги, и как только мы ему отдали деньги, нашелся рикша, который привез нас туда, куда надо. И сначала мы оказались, знаете, где? Мы оказались возле самого знаменитого вот этого храма Господа Джаганнатхи, куда западных преданных не пускают. Мы даже не знали, что это было. То есть просто Кришна хотел нас привезти сначала к храму, мы пока его не обошли вот так вокруг, мы не могли найти то место, где ждал нас просад. Когда мы его обошли и узнали, что, а что это такое, так это же храм Господа Джаганнатхи. И уже ночь, сумерки, они там на мопедах, велосипедах, индусы, туда-сюда, вообще другой менталитет. Не знаете, как быть, язык не знаете. И потом мы нашли все-таки то место, как-то объяснились, или да-да-да, вот ваш просад, таких глиняных таких посудинах, прямо с глины. И это был такой рис, дал. Какой напитка не было, но вот что-то такое очень плотное, рис дал, что-то такое тяжелое, пища и сладости джаганнатхи такие. Мы повезли все это преданным, накормили всех преданных, сами немножко поели. И нам сказали, что теперь каждый день мы будем ездить туда на обед. Было хорошо. Мы стали ездить туда на обед. Но после первого же обеда я понял одну вещь, что я в опасном положении. Когда мы стали есть этот просад, сказали, есть его надо как можно больше. Ну, я стал есть как можно больше. Он вот так вот меня наполнил, этот просад Господа Джаганнатхи. Я пропитался этим просадом. Но напиток не принесли, понимаете? Это был такой сладкий, плотный такой рис, такой дал, все это такое очень плотно, что вдруг я почувствовал, что я стал как вот такой вот волк из мультфильма, знаете? Который говорит, ну что надо, давай споем. Я такой стал чувствовать себя, что я с ужасом обратил внимание, что пища не движется, понимаете? Я сказал, ну сейчас будет харинама, ничего страшного, нас сейчас ждет харинама. Мы будем идти улыбаться всем индусам, улыбайтесь им пошире. Шикшаштака Прабу сказал, улыбайтесь им, чтобы мы им должны понравиться. Я надеюсь, что когда-то нас пустят в храм Господа Джаганнатхи. И мы шли и улыбались всем индусам, харинам вели, вот мы такие белые преданные вайшнавы, интересные. Я так смотрели, ну что за странные вайшнавы белые, что они здесь ходят, поют. Некоторые радовались, некоторые просто смотрели. И мы шли, и почему-то мы никак не могли дойти до этого храма. Вот он вроде бы стоит, но он как будто все время от вас уходит. Как, знаете, мастера Маргарита, когда они погнали за этими, за этим котом, вот он вроде бы бежишь за ним, а догнать не можешь. Когда Кришна, помните, он уходил от этого царя, и царь не мог его догнать. Хотя бежал со всех ног. Вот такая мистика. Вы идете, а храм все стоит и стоит, и не приближается. И пища тоже не движется. Ужас, может попрыгать. Я прыгал, но ничего не помогло. И тогда я понял, что если я буду так же продолжать,
то это плохо. Я понял, что я не преданный, я не могу выполнять служение. И когда преданные стали собираться на просад, я стал прятаться на крыше, смотреть сверху. Ну, смотрите, с каким энтузиазмом все бегут, все такие преданные на просад, а я не могу его принимать, переваривать. Мне нельзя. Чувствовал, я думал, как же так, я, наверное, не преданный. Я еще так подумал, знаете почему? Потому что когда я сидел на крыше, и когда они все поехали туда, я сел на стул, стал смотреть на океан, и вдруг мне пришла одна мысль в голову. Я вдруг понял, что я хочу. Я понял одну вещь, я понял, что у меня русская душа. Что все-таки душа у меня русская. Знаете почему? Потому что я вдруг понял, что я хочу просто борщ. Я понял, что у меня в голове вот всплывает помидор, потом огурец, вот этот салат такой простой, свежий помидор, огурцов. И вообще такой вот борщ, такой вот кисленький слегка, что ли, вот с капустой, вот что-то такое. Вот захотелось прям простого-простого борща. Я говорю, вот это да. Понимаете? Я говорю, что очень трудно избавиться от тела, от телесных представлений. Это называется пхава рождение. Когда вы рождаетесь, это пхава рождение. Там записано вот это вот вся вот эта... Это не душа русская, тонкое тело русское. Я как бы шучу, но понимаете, да? Как бы русская душа. Думаю, вот это да. Оказывается, я вообще не готов жить на Вайкунтхе с четырехрукими. Если меня так будут кормить, я не выживу. Вриндаванский просад я мог есть. Он был такой острый, очень вкусный. Он переваривался, но думал, где же здесь бы найти такой просад. И специально для нас там был специальный вриндаванский просад в Исконовском храме. Я там нашел себе прибежище. Я приходил туда и там брал этот просад такой острый, нормальный. Потому что если жарко и не острая пища, она не может перевариваться так трудно. Специфика. Я слышал разные истории об Индии, я убедился до какой-то степени в таких моментах разных, климат другой. И я стал так переживать по этому поводу, но никто вроде не заметил, что меня не было, так смотрю, а никто не заметил. Все радостно вернулись, но вдруг я заметил на следующий день странную вещь. На следующий день я заметил, что они особо не хотят куда-то ехать. Ждут, что привезут, что ли, этот просад. И вдруг, это же Дхама, вдруг, к своему счастью, я вижу, что заносят большую-большую кастрюлю с борщом. Неужели борщ? Это борщ? Они говорят, борщ. О, и помидоры купили, и огурцы купили. Ну, неужели борщ? Ну, слава Богу, я хоть наемся. Я сажусь и предвкушаю, и вдруг... Соседи, слышу, соседи разговаривают. Я слышу, один другому говорит, ты знаешь, я так давно хотел борща. И вдруг кто-то, а я тоже, и кто-то тоже. Я тоже хотел борща, и я хотел борща. И тогда я понял, что, оказывается, у нас у всех русская душа. Я понял, что я не такая уж белая ворона, что это просто я такой. Оказывается, мы все такие, мы привыкли к вот этой пище, понимаете, русская душа. И мы сказали, нет, сначала борщ, борщ, борщ. Принесли просад Господа Джаганнатха чуть-чуть позже. Все стали есть этот борщ с таким вдохновением. Борщ. Это что касается вот этого материального тела. Не думайте, что так просто избавиться от этого менталитета. Тело желания, если мы его не изменим, мы не войдем в духовный мир. Он не войдет туда. Есть менталитет, то есть привязанность сильна к этим представлениям себе. Это не так просто. Но это серьезный процесс. И там много было что еще интересного. Потом мы поехали обратно во Вриндаван. Поезд был уже не такой успешный, не такой хороший. Это был ржавый поезд. Здесь железный из решеток. Железные кровати, железные решетки, окон нет. Все железное, называется слипер. Почти на ходу в него надо было запрыгивать с толпой народа. И нас предупредили, когда вы займете место, главное, чтобы индус не сел рядом. Там у них нет такого понятия места. Кто сел, тот и сел. Даже если у тебя будет билет, он сядет и скажет, я чуть-чуть посижу. Через некоторое время вам постепенно, они все сядут вам. Даже на голову, если нужно. Не от того, что они нахалы, а просто они любят общаться. Для них это такое очень радостное событие. Вот если они едут на таком мопеде, у них такие мопеды есть круглые.
И туда набивать очень много народу. Со всех щелей вот так выглядывают, и что бросается в глаза? Сияющие улыбки. Так они перемещаются по дороге. Очень весело. И даже если вы едете в толстом джипе, они вам не завидуют. Они очень радостно улыбаются, что у вас джип, а у нас вот такой мопед. Они не думают, ой, видишь, какой на джипе. Жгавина Махарадж, например, нам любил джипы такие заказывать, на парикрамы такие удобные, чтобы комфортно. Ну, они радостные такие индусы. И вот в этом поезде Матаджи сразу приняли оборону, они шторки сразу сделали. И как только к ним кто-то заглянул, сразу вуп, нельзя, это наше место, тут нельзя. Они боялись, что их вытеснят оттуда. Мы должны были быть в 3 часа вечера уже там где-то на одной станции, где нас ждал автобус, чтобы ехать во Вриндаван. Но сложность в том, что когда вы едете в этом поезде, там не объявляют станции. И он совершенно не обязательно идет по расписанию. И никто не понимает, куда, о чем вы их спрашиваете, куда вы едете. Мы вот ехали, мы распределились по всем вагонам, мы ехали. И мы заметили, что время уже почти 3. Но мы, кажется, еще никуда не сдвинулись. Мы едем, и едем, он тормозит, едем, едем, мы спрашиваем, когда там станция-то. Они говорят, о, еще долго, долго, индусы. Мы думаем, может, уже проехали, может, еще не доехали, но время уже 6, 7, 8 часов вечера, представляете? 9 часов вечера. Он едет и останавливается, пропускает какие-то поезда, и мы поняли, нужно повторять Харе Кришна, нужно петь киртан. Кстати, в поезде мы запели киртан, и что же? Все индусы тоже запели. Это не как в наших поездах. Они запели, но все разные молитвы. Мы запели Харе Кришна, они запели Харе Рама. И они все в разнобой, кто что. У них нет такого понятия одновременно петь, в унисон. А просто каждый поет. Им кажется, это очень красиво. Они очень радостно спели с нами киртан. Как только мы запели, он двинулся поезд. Въехал в Дхаму. Нам сказали, нас не пускают, Это мандала парикрама, как мандала вот это вот. Когда мы въехали туда, уже было ночью, глубокое, темно, ну то есть поздний вечер, темно. Нас ждали два водителя. Они были немножко какие-то пьяные. Не от алкоголя, они что-то жевали и были такие какие-то странные. Они быстро загрузили наши сумки, закинули, Матаджи вперед мы пропустили. Все сели, уже устало в этот автобус. И нам еще предстоял путь километров, не знаю, 200 или сколько там, до Вриндавана. Они сказали, мы знаем Вриндаван, и поехали. Но они так ехали, вот так вот, знаете, очень странно. Они были под каким-то таким настроением. И они очень долго ехали, и в конце концов заехали в какую-то глубокую-глубокую деревню, глубокой-глубокой ночью. Потом вышли из автобуса, стали оглядываться по сторонам. И начали ругаться друг с другом. Куда ты заехал? Он думал, куда заехал? Ну, так примерно, не знаю, чем. Но факт, что они заехали не туда. Мы уже в полном отчаянии, уже усталые такие, выходим. Куда вы нас привезли? Нам нужен Вриндаван, Кришна Баларам, Мандир. Кришна Баларам, Мандир. Они, Мандир. Вот, и там уже, знаете, деревня, непонятно, что это. Ничего не понятно. Людей нет, все спят, ночь. 11:30. Мы уже такие, уже потеряли надежду. Сели, снова поехали. Едем и неизвестно куда. И вдруг, как чудо, один поворот, и перед нами Кришна Баларам Мандир. Представляете? Какой-то портал. Мы въехали и раз в другом измерении. Мы выходим оттуда, смотрим, ну, ровно 12 ночи. Такая сказка. Я быстрее расходимся по своим комнатам, спать, утром Мангаларати снова. А вечером самолет и домой. И когда вот дома, то вам кажется, был ли я во Вриндаване только что? Только что был во Вриндаване или не был, понимаете? Это Дхама. То есть проекцию духовного мира можете ощутить даже сейчас, если отправитесь туда. Но вот это телесные представления, они очень глубоки в человеке. Нужно развить это тонкое духовное тело, чтобы ощутить вкус духовной жизни. Тонкое тело ума, оно должно трансформироваться, тело желаний должно появиться, желания, совпадающие с желаниями Кришны. То есть даже если я войду сейчас в духовный мир, но мне не будет этих желаний служить Кришне, то я не смогу там быть. Я скажу, мне здесь неудобно. Как помните, Гуру Махарадж сказал про цаплю, которая любила лягушек.
и спустился Парамахамса, лебедь. И говорит, пойдешь в рай? А что там в раю? В раю, в раю много чего, там наслаждение сплошное. Говорит, ты что, точно наслаждение? Говорит, точно. И что, и лягушки есть? Пиявки есть? Говорит, нет, пиявок там нет. К сожалению, о пиявках мы не подумали. Также, если мы с материальным желанием придем, потому что борщ там есть? Борщ или водка, или что-то еще. Есть привычки. Борщ там, может быть, и есть. Там есть все. А там нет тамагуны. Поэтому нужно сменить желание. Если мы сменим желание, мы сменим тело. Это называется сознание Кришны. Поменять систему ценностей. Ну, вот так вот решил вам так рассказать. В следующий раз поедем. Может быть, у вас есть вопросы? Да, когда в следующий раз поедете. Есть вопросы. Не знаю. Можно? За караваном желаний идут качества, которые мы приобрели в этой жизни? Да, духовные качества, они сохранятся с нами. Даже небольшой шаг в духовном направлении, он сохраняется, но материальные приобретения вы не сможете, например, прийти в этой жизни в банк и потребовать счет, то есть потребовать деньги, которые положили в прошлой жизни. Скажите, я тут счет открыл в прошлой жизни, в этой жизни хочу забрать, они скажут, это кто? И мы не можем предъявить на это требование. Не можем вернуться в свою прошлую семью. То есть любое достижение в этом материальном мире, оно аннулируется именно смерти. В этом такая вот ее мошенническая природа материальная. Даже если вы достигаете больших высот, но вы не можете взять с собой ничего. Ну, я имею в виду, вот, допустим, мы все равно какую-то жадность там приобрели за жизнь, зависть там. Да, вот эти дурные качества. Дурные качества тоже какие-то. Они за нами идут. Дурные качества идут за нами. Положительные тоже, но материальные желания доминируют. Пока они не. Пока духовный плод, он более надежен, он непоколебим. А вот эти качества, они сменяются. Например, если в этой жизни вы были добродетельны, ну вот представьте, вы очень хороший человек, культурный, воспитанный. Вас так воспитали, то что у вас еще возникает внутри? Какое чувство? Да, которое называется чувство собственного достоинства. Но это еще называется гордость. И вот вы идете по улице, вдруг видите, женщина пьяная спит на скамейке. Думаете, фу. Надо же, человек до чего опустился. Так? Вы можете так подумать. А она лежит, смотрит на вас и думает, надо же, какой благородный джентльмен идет по улице. А я вот такая вот тут лежу. Понимаете? И когда вы так думаете, то вы контактируете с ее плохими качествами, берете их себе. А она контактирует с вашими хорошими, берет их себе. Но в следующей жизни вы просто меняетесь ролями. И этот джентльмен становится алкоголиком, например, а эта дама, она становится, занимает другое положение. То есть между хорошим и плохим в этом мире большой разницы нет. Они сменяют одно другое. Если вы уже достигли предела, что чувствуете, совсем уж плохо, значит, будет хорошо через некоторое время. Если совсем уж хорошо, ждите беды. Исчерпывается хорошая карма, исчерпывается, скоро будет плохо. Если совсем уж трудно, значит, скоро кончится период, заканчивается, исчерпывается. И будет хорошо. Но между этим хорошо и плохо, видите, особо разницы нет. Это как на колесе, вот вас прикрутили туда и вращают. Вас вверх-вниз, вверх-вниз. Через некоторое время вы уже не сопротивляетесь. Думаете, что вверху не так уж плохо. Внизу плохо, вверху хорошо. И у вас даже идеи нет, а может вообще вы будете с этого колеса. Но вот задача уйти. Все остальные качества, вот они такие, неустойчивые. Потому что если даже человек праведник, он может стать грешником. Пока он не свяжет эти качества с Богом. Если он связывает это с Богом, то он обретает надежные качества. Они не исчезнут. Должны быть основаны на преданности Богу. Но главное качество – преданность Кришне. Из нее проистекает все остальное. А если этот караван желаний совсем маленький? Хорошо, да. Тогда что? Меньше, значит, легче живется. Если у вас сумка меньше с собой, легче же.
Чем меньше собственности, тем легче путешествовать. Все легче и легче. Сознание становится легче. И когда сознание легкое, оно называется сознание Кришны. Оно идет не на дно, а всплывает вверх. Тяжелое сознание идет на дно. Там агуна тянет вниз, в низшие планеты. Легкое сознание поднимается вверх. И сознание Кришны — это легкое сознание. Радостное сознание. Его раздражает, что его приглашают на программу? Нет, он не раздражает, что он говорит, ну я все знаю, и смс-ки приходят, ну пока вроде как все хорошо. Да, он как бы достиг цели, ему кажется. Иногда, когда мы, у нас цель не чистое преданное служение, мы можем остановиться на чем-то. Да, практикуя сознание Кришны, Майя постепенно показывает нам наши желания подлинные. Она говорит, ага, ты хочешь Кришне, а как насчет этого? Она достает у нас из-за пазухи что-то, у нас же, как фокусник. А что, у меня здесь лежало? Раз, о, да-да, вот у тебя достали. Это вот это, помнишь, ты хотел? Она ему думает, о, да, стоит подумать. Ты же заслужил этого, заслужил, теперь можешь жить, наслаждаться, ты достиг твой плод. Человек подменяет этот плод, но он не дошел до конца и подменил его на что-то временное, затормозил. В этом случае мы не можем особо ничего сделать. Мы можем поддерживать какие-то отношения. И Гуру Махарадж говорит, поймите, что люди приходят сюда не чтобы вернуться к Богу, они приходят, чтобы забыть о Нем. Вот если кто-то остается, это феномен. Феномен. Если он долго исследует практики, это очень интересный признак. Скорее всего, это чистый преданный. Время показывает, если человек долго практикует, стабилен, это признак того, что он достиг определенного уровня духовного. Так что не удивляйтесь, будьте немножко снисходительны, не идеализируйте, но уважайте его попытку. Он же все равно настроен же позитивно, предан ко всему. Просто немного вкуса нет. Вкуса нет, может быть, какие-то оскорбления. Или просто вкуса нет. Потому что он ставил высокую цель, забыл про промежуточные цели. Нужно снова ставить еще цели, чтобы двигаться дальше. Духовные. Не материальные, духовные. Всегда, если вы будете долго делать что-то, что не приносит вам, что когда вы не достигаете результата, появляется ощущение бессмысленности. И тогда опускаются руки. Ну что, я пою и пою, но результата-то нет, что ж ты петь-то тогда? Но вот сознание Кришны, оно на самом деле должно давать мгновенный результат. С того момента, как только вы поете, сразу же приходит результат. Если искренность есть, сразу приходят результаты. Экстаз же есть. Не когда-то он наступает, а прямо сразу. Как только вы начинаете петь Хари Кришна мантру. Как только берете книгу в руку, вы начинаете читать, вкус сразу приходит к процессу. Но просто мы этого можем не делать. Если мы это делаем, всегда есть вкус. Нужно просто делать, продолжать это все. Искать разнообразие в этом процессе. То есть, если мы будем проповедовать, будет динамика. Если мы будем просто для себя повторять мантру, мы не будем чувствовать вкус. Нужна миссия. Миссия значит распространение духовного знания. Как не пасть в жертву этой майи, которая не теряет желание, чтобы это стыдно стоит? Ну да. Нужно помнить высшую цель всегда, отчетливо. Поэтому мы говорили вначале, помните этот пример про мячик, когда надо добежать до конца? Потому что на пути нам покажут разные другие вещи. Скажут, наверное, здесь надо свернуть, наверное, в кусты забежать, перекурить. Это все ловушки. Это ловушки на пути. Нужно, пока не дошел, нужно продолжать. В Бхагава там говорится, что поиск абсолютной истины никогда нельзя прекращать. Нужно любым способом продолжать. Если вы не можете бежать, нужно идти. Если не можете идти, нужно ползти. Но всегда нужно двигаться в том направлении.
не останавливать процесс никогда. И так, если цель будет всегда отчетливая ясна, мы не будем сбиты с толку. Но она уходит иногда из поля зрения. Знаете почему? Когда у нас недостаточно слушания, в процессе шравана нет. На самом деле Шримад Бхагаватам должен идти каждый день. Довольно интенсивно. Знаете, насколько интенсивно? Это вы можете понять по тому, как работает телевидение или компьютер. Он же работает целый день, телевизор. Телевидение работает же целый день и ночью же работает. То есть майя действует непрерывно, она не останавливается, у нее нет перерывов. И теперь что мы ей пытаемся противопоставить? Иногда в воскресенье прийти на программу? Или 2 часа джапа, думаете, этого хватит? Ей нужно противопоставить что-то серьезное. Во-первых, нужно себя изолировать от этого общения и противопоставить интенсивное духовное слушание. Вот ашраван должен быть такой, чтобы вы почувствовали прям присутствие духовной цели, реальность духовного мира. Видите? Но тогда мы скажем, у нас нет таких проповедников, или у нас нет такого вкуса. Но к нему нужно стремиться, иначе, а тогда что у нас остается? Из того, что есть, нужно быть, что-то создать. Нужно собираться и обсуждать, и слушать Бхагаватам интенсивно. Бхагаватам определяет нам цель, он говорит, вот она цель, смотрите, Радха, Кришна, духовный мир. Но мы не понимаем его, потому что мы не видим, не имеем связи, мы не видим, и тогда мы думаем, ну что, Радха, Кришна, что они там делают? Опять пошли на лужок, никаких событий вроде как не происходит. Нам кажется, что тот мир, он несколько беден по сравнению с этим. Это только потому, что мы не видим ту реальность, мы видим эту реальность. Она, мне кажется, более разнообразна, более какая-то практична, динамична. Мы любим обсуждать эти темы этого мира, слушать. Но Батистанта Сарасвати Такур говорит, там гораздо больше новостей в духовном мире. И Бхагаватам это непосредственно новости духовного мира. Если вы все время их слушаете, они динамичны, там есть глубина. Мы просто не можем погружаться в глубину, по поверхности, как бы, можем сказать. Не хватает разума, гуны благости. Знаете, что такое гуна благости? Повторять что-то, например, одну и ту же мантру или одну и ту же книгу, но глубоко. Когда человек может повторять одно и то же со вкусом, это гуна благости. А гуна страсти хочется поменять. Ну уже хватит об этом, давайте о другом. Это гуна страсти. Она прыгает с объекта на объект, ни во что глубоко не углубляясь. К одному учителю. А у одного учителя были ученики не очень хорошие. А они перестали ходить на Бхагаватам. Учитель пригласил их, сказал, почему не ходите на Бхагаватам? Они говорят, а мы его уже знаем. Как это уже знаете? Ну-ка, поставил перед ними кувшин. Говорит, наполните его камнями сверху. До полна. Они заполнили. Говорит, как вы думаете, кувшин полный? Говорит, конечно, полный. Как вы и сказали, мы туда положили камни. Хорошо, тогда возьмите вот этот горох и насыпьте туда. Они взяли горох, и горох тоже туда насыпался, потому что камни крупные, а горох мелкий. Он между... Учитель спросил, полный сейчас горшок? Кувшин полный? Ну, сейчас точно полный. Хорошо, возьмите песок. Взяли песок, всыпали, и снова туда же песок попал. Он еще мельче проник, еще глубже. А сейчас полный кувшин? Ну, не знаю, мы уже сомневаемся. Говорит, возьмите воду, и вода туда поместилась. А сейчас, он говорит, полный. И так ваше знание, говорит, это лишь начало, это лишь основа, это лишь поверхность. Но нужно дальше двигаться, еще, еще, еще. В том же процессе, но в глубину, в глубину, в глубину. Когда мы научимся находить новые измерения сознания Кришны, глубины, и будем этим делиться сокровенно, нам не будет скучно. Но тогда эта цель всегда будет очень яркая, отчетливая, она должна быть четко эмоциональной и желанной, эта цель. Тогда нас не будет сбивать с толку какие-то мирские цели. Не хватает мотивации, другими словами. Если есть мотивация, ничто не собьет с толку. Знаете, что такое решимость? Я на таком примере вам расскажу. Что такое, когда живое существо знает цель? У меня в детстве была собака. Мы ее звали Волк, ну, потому что она была как волк. Она такая серебристого цвета, седая какая-то вся. Ну, как сказочный только волк. Не серый волк, а сказочный. Прямо с мультфильма, с такими ушами.
Мы не знаем, что за порода, никто не знал, что за порода. Все спрашивают, что за порода? Мы говорим, сами не знаем, сам пришел к нам и живет. И мы говорили, волк. Он был уже старый на самом деле. Его зубы были стерты. Но он прожил у нас еще, не знаю, лет 5, наверное. Иногда он исчезал, женился. Потом появлялся снова. Ну, думал, куда делся, ну, все, уже не вернется, женился. Ну, я вернулся, пришел, голодный, пьет воду, веселый, думал, ну, слава Богу, пришел, мы так радовались. Время от времени. Но в конце концов он стал совсем старый. Стал совсем старый, и из него вытекало все. Ничто в нем не держалось, он что-то с ним стало такое. И он лежал в будке, и мухи на него садились. И, ну все, он оставляет тело. Он оставляет тело, и с каждым днем он угасает. Но даже в последний вечер перед своим уходом он ходил к своей подружке. Он пытался уйти к своей подружке. И он умер, пытаясь двигаться к своей подружке. Вот это называется решимость. Это значит знать цель и двигаться к цели. Это решимость. Цель... Видите, когда есть цель, решимость, ничто не может остановить. Это пример. Это так действует инстинкт. Инстинкт – это сверхдуша. Она толкает, неосознанно это делает, но она толкает вот это чувство. Оно свыше продиктовано, потому что это сверхдуша. Но мы же не животное. И у человека должно быть такое же очень сильное-сильное стремление, жадное стремление к единению, к Богу, к возвращению к Нему. Но для этого он должен его очень отчетливо понимать. Вот это делается через шраву. Как только слушание пропадает, через некоторое время кажется, а что я вообще делаю? Я же, кажется, впустую трачу время, мне даже зарплату уже за это не платят. Я же за это время заработаю же много денег. А я что-то сижу, пою. А мог бы вот уже деньги, время же деньги. Как? Я теряю его. И тогда появляется это чувство, потому что цель ускользнула. Мне кажется, уже как будто не существует. Поэтому мы должны непрерывно делать этот процесс шраванам очень глубоко, эмоционально и киртанам. Шраванам и киртанам. Услышал, повторил. Но вы услышали и повторили, у вас возникает медитация, отчетливое видение цели. Сначала оно проявляется прямо сквозь эту жизнь. Вы, может, не увидите Кришну сразу. Но увидите его через своего духовного учителя, через гуру, через его образ жизни, через его решимость, и через вашу жизнь он начнет проявляться, его присутствие Бога. Вы будете чувствовать его покровительство. Я не знаю, как это объяснить, но это еще не такой духовный опыт, но это непосредственно ощущение, что вы под колпаком есть покровительство Бога, кто-то заботится о вас. Вы будете чувствовать на каждом шагу. Что все, что вы делаете, это продиктовано свыше. Вы будете чувствовать, что ваша жизнь вся полностью продиктована свыше, что не вы ее как бы планируете, а кто-то уже запланировал все. Вы будете попадать в нужное время всегда, в нужном месте всегда, если вы будете следовать просто вот этому пути духовной жизни. Сначала так, а потом откроется духовная реальность. Сначала она откроется через этот же мир, через миссию, через действие в этом мире, через гуру. Если вы будете лет 10 слушать Бхагаватам непрерывно, вы полностью поменяете свою квалификацию, у нас будет другая, настоящая жизнь. Помню, я бегал на Бхагаватам вместо учебы. Потом мы бегали на Бхагаватам, мы проводили в Говиндасе, в городе Бхагаватам. Расписание было Бхагаватам, мы ходили на Бхагаватам, приезжали старшие преданные с фермы, проводили Бхагаватам. Потом людей стало меньше ходить. Потом они стали просто приходить на работу в кафе. Потом лекторы перестали приезжать все реже и реже. Когда они приезжали, мы сами друг другу проповедовали. Несколько человек ходило, 3-4 на Бхагаватам. Я садился каждое утро на трамвай и ехал, у меня выработалась привычка. Я уже не мог его пропускать. Даже если приезжал, никого нет, я все равно пел и читал Бхагаватам сам себе. Мне понравилась эта привычка.
Я приезжал, потому что Гуру Махарадж сказал, если стабильно что-то делать, потом люди появятся, все будет хорошо. Я думал, буду делать. И лет, не знаю сколько, много лет, может лет 10, может чуть меньше. Ходил туда, слушал, сам себе читал, или кому-то читал, или мне кто-то читал. Не было супер там проповедников. Если Гуру Махарадж приезжал, конечно, хорошо было. Тогда все приходили. Тогда было насыщено. Но я экспериментировал, думаю, ну вот если я буду это делать, делать Бхагаватам, слушать. И Кришна организовал, что Гуру Махарадж чаще, он все время приезжал, давал Бхагаватам, мы росли на его Бхагаватам, слушали. Очень интенсивно. И затем, что произошло? Не пришли люди, нет. Просто закрылся это кафе. Ну, то есть алтарное, и сделали из него просто кафе полностью, столики везде расставили, сказали, больше Бхагаватам тут не будет. Я подумал, ну вот, а где же результат? Я столько лет ходил на Бхагаватам. Но когда ходил на Бхагаватам, я чувствовал, что как будто бы я что-то делаю очень важное в жизни. Что как будто бы я уже иду куда-то не туда, куда все. Знаете, все тоже ехали со мной в трамвай, но они ехали на работу, очень забоченные, такие грустные. А я ехал с четками на Бхагаватам, полностью свободный, не было какой-то проблемы. Я тогда стал чувствовать, похоже, я выписываюсь. Когда-то в больнице лежал, я вспомнил это ощущение, что вот последний день, когда вы выписываетесь, вы заходите сюда, туда немножко, там что-то еще подписать, какие-то справочки туда-сюда, вам выдают ваши вещи, и это чувство свободы, все, вы выписываетесь, все остаются, вы выписываетесь. Вот я чувствовал, все остаются, а я, кажется, выписываюсь. Это последние штрихи я делаю. Я почувствовал, что делал какие-то последние штрихи. Еще немножко сюда поездишь, туда-сюда, и свобода. Было такое ощущение. Потому что ничего другого не появлялось в жизни, ни работы, ничего не происходило, кроме возможности слушать и читать Бхагаватам все больше и больше. Чем больше вы это делаете, тем больше высвобождается это все. Вы будете говорить, а как же все остальное? А оно уже будет не нужно. Все больше будет высвобождаться, понимаете? И затем я подумал, ну ведь люди не пришли, но что произошло? Произошло по-другому. Да, они туда не пришли, но моя личная духовная жизнь, она расширилась. И мне сказали, поезжай-ка ты в другой город. Ты здесь уже не вмещаешься. Ты слишком много здесь одеяла на себя тянешь. Воскресные программы, люди слишком долго сидят, слишком долго вопросы задают, они должны уже быть там, на Яге, а ты все сидишь с ними. Почему ты их не выгоняешь? Я говорю, ну они же, как я могу их выгонять? Они же вопросы задают, должны же быть. Программа говорит, понятно, поезжай-ка ты в другой город. И моя деятельность расширилась. Я поехал в тот город, в этот город, еще в какой-то город. И Бхагаватам не прекратился, понимаете? Если вы сами это практикуете, ваша личная духовная жизнь не пострадает, даже если никто не ходит. Ваша личная духовная жизнь будет все равно развиваться. И Бхагаватам сделает вас постепенно совершенными, потому что для Парамаханс писание Бхагаватам, Бхагавад-гита. И через некоторое время вы почувствуете, что вы стали очень квалифицированы в чем-то. Вас будут приглашать, например, педагоги, психологи. Вы говорите, откуда вы все это знаете? Гуру Махараджа пригласили в Министерство образования в Узбекистане, чтобы он их обучал. Говорит, так я же, говорит, не образованный, я художник. Говорит, нет, наша психология, мы все это изучаем, мы доктора наук, но мы зашли в тупик, а вот эти знания нам нужны новые, свежие, что-то новое, волна какая-то, интересная очень. Обучайте нас. Он говорит, нет, я не могу сюда часто приезжать. Кроме того, тут нам могут перекрыть дорогу, потому что здесь другое настроение. Он говорит, ну какие тогда тренинги мы должны проходить, или что, какие-то тренинги, или что. Гуру Махарадж говорит, так у нас только один же тренинг. Ну-ка дайте-ка гармошку. И запел Хари Кришна. Сказал, вот вы должны так делать, понимаете? Квалификация приходит, потому что здесь живое знание. Шримад Бхагаватам это настоящее образование. Ни один диплом не поможет. Не сможет с ним соревноваться. Подлинная квалификация Гита и Шримад Бхагаватам. Если вы не будете им пренебрегать, будете интенсивно слушать, сами читать глубоко, лично в своей жизни, то вы увидите, что жизнь круто изменится. Никто не мог подумать, я не мог предполагать всех этих.
посвящено, что мне придется что-то теперь это делать всю жизнь, чтобы я просто дома любил читать книги. У меня было такое вот тоже кресло, я в нем сидел и все время читал книги. И мне говорят, ну что ты сидишь как паук? Сидишь, сидишь, читаешь, читаешь. Мама говорит, ну что ты сидишь? Иди на улицу, куда-то погуляй. Я говорю, а куда идти? Что-то идти-то некуда. Куда-то идти некуда. Там делать везде нечего. Все чем-то заняты неинтересным чем-то. И как только отвлекался от Бхагаватам, я думал, что-то я везде ничего. Даже когда отвлекался на какие-то дела, например, в школу или в университет шел, я думал, ну надо быстрее домой. Пора заняться делом. И приходя домой, я не уроки делал, уроки вообще никогда не делал. Я отбрасывал их, сразу читал Бхагаватам. Меня загипнотизировали эти книги, не мог от них оторваться. И попробовал другую книгу читать, какие-то другие не читаются. Что же за книги такие? Читаю, читаю. Ну ладно, сейчас эту страницу закончу и все. И вдруг, ну ладно, еще вот эту. Ну эту заканчиваю. Нет, ну вот эту тоже. И вроде бы об одном и том же читаю. А вкусно. Ведь вы уже ели мороженое когда-то? А почему вы его еще раз едите? Ну это же одно и то же. И раз уже это сделано, можно больше не делать, но мы же делаем еще и еще, потому что вкусно. Так же Бхагаватам и Харе Кришна мантра. Одно и то же, но вкусно. И вы не откажетесь от вкуса. И вот так я читал, читал. Я думал, к чему все это будет? Как действительно я что-то же должен делать еще? Что-то же должно происходить в жизни? Я понял, что они меня оторвали от этой жизни и погрузили в другой процесс. Все. Судьба уже другая какая-то. Я изучал. И в какой-то момент я подошел к Гуру Махараджу и сказал, Гуру Махарадж, я больше не могу читать. И сидеть дома. Он говорит, что ты не можешь больше? Скажи еще раз. Я говорю, ну сидеть дома. Если ты будешь сидеть дома, ты проиграешь. Он сказал. То есть он понял, что наступил момент критический. Должен наступить этот момент. Вы переполнитесь этим знанием. Вы будете как бомба. Атомный реактор. Если вы будете повторять Харе Кришна мантру, вы включите все энергии внутри. Все процессы, если будете слушать Бхагаватам, потом вы начнете действовать, вот отдавать эту энергию через некоторое время. И у вас будет большая-большая миссия какая-то. Будете участвовать в ней. И так вот просто вроде читал, листал картинки, перечитывал. Ничего другого было неинтересно. Даже если отвлекался, я думал, ну ладно, хватит, пора читать. На учебу. С учебы прибегал снова книгу. Уроки не надо, зачем их учить? Я даже не мог пересказать ни один параграф, когда мне не нравилось, что там написано. А мне никогда не было понятно, что написано в учебнике. Поэтому я сидел и медитировал, чтобы учительница не назвала мою фамилию. Она так, в доске пойдет, думал, так, меня нет. Да так, мистические силы применял, как бы, меня нет, вы представьте, меня нет. Меня иногда не замечали, правда. И вдруг к доске меня. Я говорю, а я не выучил. Ну что ж, двойка. Ну и ладно. Я знал, все равно они не поставят столько двоек, потому что им все равно нужно перевести в другой класс человека. И они не поставят, они слишком много двоек, потом больше хлопот. Двойку поставят. А глупости я не могу учить. Я говорю, ну ладно, сочинение напишите. Сочинение, это интересно. И как только я брал ручку в руку и начинал писать, то из меня выходил Шримад Бхагаватам. Когда я сдавал это сочинение, я говорю, о, какие философские мысли, откуда у тебя эти мысли? Где это все? Или сочинение, любое сочинение, у меня все выходило Шримад Бхагаватам. И когда я там вслух читал, однажды мне сказали, вслух прочитай. Я читал, и студентки, они говорят, так где-то списал. Не может быть, ну списал же где-то. Ну, не может быть. Я думал, нет, мои мысли. Они как бы стали уже моими мыслями. Просто вот так вот. И вот экзамен. А как же экзамен ты сдашь? И девушки, они волнуются. И на нас злятся. Они говорят, а вы, блин, типа, стоите здесь и вот даже не нервничайте, даже не волнуйтесь, как вы будете сдавать?
всю весь урок просто сидели там, всю четверть там на задней парте. Непонятно, что делали. Но мы сидели на задней парте. У нас был свой метод обучения. Мы, был один знакомый, он приносил плеер, и в ухо вставлял себе, и мне еще. Не хотел, но он вставлял, а делать все равно нечего. Там раз, и музыка. И интересно, что когда мы так слушали, то мы больше запоминали. То, что здесь звучит на уроке. Мы разработали новый метод обучения. Здесь, когда звучит одно, а здесь другое, то они ассоциируются, и память срабатывает. А девушки, они в основном кропотливые, знаете, они умеют быть аккуратными, за счет кропотливости умеют пятерки зарабатывать. И вот они так пишут, но они иногда не понимают, что, но выучить могут. Они очень хорошо могут выучивать все. И поэтому они волнуются очень, а вдруг я не выучу, а мы нет. Нам потому что все равно, что нам поставить, нам пятерка не нужна. И мы ждали, дай вы заходите, все пусть зайдут, потом мы зайдем. Ну, заходим так спокойно. Билет, да любой билет. Билет, какой билет? Ну, понятно. И ничего не понятно, но главное ручку в руку взять. И просто я начинаю вчитываться в это слово, вот в это слово. И вдруг из этого слова у меня начинает что-то рождаться, главное начать писать. И пишите. Вроде и не по билету, но что-то умное. И когда они учитель берет, преподает, думаю, интересный взгляд на вопросы. И все знает. И вы думаете, откуда все это знают? Видите? Шримад Бхагаватам. Потому что все ихнее знание, это просто ихние домыслы. Он говорит, можете теорию Фрейда взять, можете теорию этого взять какого-то Выгодского, кого угодно. Вот есть такая теория личности, другая теория личности, третья теория личности. И что это за знание? Нам нужно такое, какое есть, настоящее. Когда читал Бхагаватам и Гиту, я понимал, это настоящее знание, зачем же мне терять время, уроки учить или что-то еще. И где теперь все эти ученики, у них у всех проблемы, судьбы очень сложные. Но преданный он не потеряется никогда, если он повторяет Харе Кришна, слушает Бхагаватам, читает Бхагаватам, он не пропадет. Преданный приобретет настоящую квалификацию. Не сомневайтесь, Саша. Нет другого знания. Зайдите в книжный магазин, и вы увидите. Там нет знаний, там просто книга переписана друг у друга. Одна и та же все время. Если психология, просто это позитивное мышление. В разных вариациях, и все. Ничего нового. А что они могут понять в позитивном мышлении? Без сознания Кришны. Или как заработать деньги, ну и что? Или медицина, ну и что? Переписано 100 раз уже еще в прошлом, поменяли обложку, это все. И вы вдруг понимаете, что здесь ничего нет. Все это есть в Гите и в Бхагаватам. А то лишь жалкое подражание. Когда вы получаете там образование, пытаетесь его сопоставить с этим, передать, вы очень сильно уступаете. Нету сейчас людей образованных. Ни психологов, ни педагогов. Видели, кто выступает на телевидении? Хоть одна мудрая мысль звучала там. Приглашают даже специалиста, а они просто спорят. Пусть говорят, пусть молчат, там, и передачи делают. Просто перелайт. Ни одной мудрой мысли. И когда говорит Гуру Махарадж, встречали хоть одного такого, хотя бы политика или кто там есть, вот одна светлая голова? Ни одной. Все хорошее идет через преемственность. Оно сейчас идет через преемственность. Если что-то хорошее мелькнуло, проследите цепочку, и она придет к Прабхупаде. К этим книгам придет. Это не фанатизм, не шутка, просто проанализируйте сами ради интереса, здравый смысл просто. В основном все мудрые мысли Турсунов, да, такие, да? Учителя. Они управляют сейчас миром. Гуру Махарадж говорит, управляют миром, ну, Россией, к примеру. Говорит, кто думаете? Правительством? Нет, ничего подобного. Говорит, Даударитхан Прабху. Потому что правительство платит зарплату, а он в сердце проник людей. Видите? Если правительство не даст зарплату, люди не будут выполнять обязанности. А если... Но тот, кто проник в их сердце, он управляет по-настоящему. Они все равно придут, они будут слушать, они будут понимать. Управляют миром сейчас несколько человек. Именно сознанием людей, именно вот
нравственностью. Управляет тот, кто управляет нравственной стороной, а не инстинктами какими-то. Она говорит, едь. Езжай, говорит, езжай. Но твой Гуру Махарадж вообще дома не сидит. И ты не должен сидеть, да? Не успеваю приехать, она говорит, ну, отдохнула, едь дальше. А как надолго ваши планы городов спланированы? Ну, они на ходу возникают планы. Не спланировал, планируют преданные. Но на ходу, я не знаю, вот, каждый год больше, больше. Совершенно невозможно толком запланировать, потому что на ходу возникают новые планы. А вот сюда, вот туда. И ты едешь туда, сюда. Вот я в Украину приехал. Той весной. Я не мог оттуда никак выехать. То один город, то другой город, то этот город. Потом в этот еще раз давайте, а в тот еще раз. А потом сюда, а потом в Москва. Говорит, а в Москву уже обещали. В Москву. Я говорю, ну давайте в Москву. В Москву приехал. Где-то Ярославль, Питер. С Питера полетел на Новый год домой. Пока долетел до дома, мне письмо написали, Москва. В Москве очень деятельный, преданный. Она говорит, когда вернемся? Я говорю, так я еще не приземлился в Алматы. Она говорит, но тут центр какой-то по психологии, там она не ходила. В интернете послушали и попросили разработать какие-нибудь лекции для них там. Я говорю, ну, говорит, раз в месяц по одной лекции, ну как раз, что каждый месяц летать, что ли, на самолете. Давайте я думаю, если уж прилечу, то что еще по городам, по каким-то. Я говорю, ну давайте, говорю, по Золотому кольцу. И они мне вот организовали тур. Я прилетел и не успел вернуться, обратно прилетел. Я думал, лучше летом, но ну, вот так получилось. Зимой, и вообще уже круглый год получается. Не знаю, что дальше. Я боюсь иногда останавливаться. Гуру Махарадж, он говорит, как он оценил свою деятельность, она говорит, близка к нулю. Но он уже 20-30 лет непрерывно в дороге, в проповеди. Я думал, пожалуй, чтобы хоть что-то сделать, нужно не меньше наработать. Ездить, ездить, ездить. Отдать какие-то силы. Какой смысл их копить? А вы один ездите или с помощником? Ну, иногда кто-то со мной присоединяется, я обычно еду один, но кто-то в каком-то городе, так Кришна мне посылает людей. В одном городе один преданный присоединился, везде, куда я приезжал, он тоже оказывался. Он на машине ездил с книгами. Приезжаю, он тоже здесь. Говорит, находите, я вас в следующий город отвезу. Я говорю, да. Он отвозил. Иногда брамачари присоединяется с какой-то ашрамом. Ну, обычно один еду. Я просто пробую, он Гуру Махарадж сказал. Я пробую. А бывает, что гордыня там в сердце прокрадывается? Да, бывает. Когда прокрадывается, то сразу же мает, то есть регулируются эти вещи. Они так регулируются. Вот вы, допустим, что-то делаете, как только вы какой-то успех появляется, вас сразу же кто-то начинает хвалить. Такой человек, или люди, или группа людей. В одном городе хвалят, в другом нет, например. Или, например,
утром хвалит, кто-то подходит, говорит, о, вы красиво поете, например. А вечером подходит другой человек, говорит, а вы неправильно поете. Вы поете не тот баджан весело, а она напеть грустно. Бедные возмущенные, почему вы так поете? И оно регулируется вот так вот. Как только вы немножко вдохновляетесь, присваиваете себе какой-то успех, тут же этот успех балансируется чем-то негативным. Раз, кто-то обязательно что-то скажет. И поэтому, если вы занимаете такую позицию активно, то вы будете между двух огней. Но это нужно для развития. Это, как это называется? Огонь и вода. Огонь, вода. Еще медные трубы. Медные трубы — это когда вы, у вас наконец-то что-то начало получаться. Сначала ничего не получается. А когда что-то получается, то начинаются какие-то неадекватное какое-то поклонение, выражение почтения. Вас начинают как бы вот идеализировать. И нужно всегда в этот момент помнить стопы гуру. Сначала помнить стопы гуру, ну, некуда будет гордиться, потому что сверху это знание приходит. И оно регулируется. Если вы будете интенсивно это делать, то вы заметите, что через некоторое время оно... Это настроение уходит, такое, что просто вот какой-то успех внешний. Вы будете понимать четко, что ну, это точно не ваше, потому что у вас до этого ничего не получалось, и вдруг получается, это точно не ваше. Вы будете видеть, как это организовано свыше. И даже будете пытаться эту формулу как-то удержать и думать, как бы, чтобы это всегда срабатывала формула. Она не срабатывает, потому что она сама выбирает, когда проявляться. Кришна сам выбирает, когда проявиться. Он не подчиняется нашему плану. И тогда вам приходится предаваться. Думаю, ну да, не знаю, как получится, не уверен. Но надо делать. И просто делайте. Делайте и получайте результат. Не получилось, но не по моей милости. И тогда вы понимаете, что все не по вашей милости, и просто адекватно себя как-то оцениваете так. Ничего особенного. А были провалы? Ну, всегда, да. Как только вы начинаете, вы проваливаетесь. Допустим, первый раз войти на санкиртану и думаете, что вы поймете. Вы скажете, какой же это нектар санкиртана? Это такая книга «Нектар санкиртана». Но вы выйдете на санкиртану, вы скажете, какой же это нектар? Это же какой-то кошмар. Целый день вас ругают, ненавидят просто, что вы с этой книгой ходите. Вы такой добрый, подходите к людям, а они с такой злобой говорят, да пошел ты отсюда, ходишь вообще здесь. И такие равнодушные, знаете, вы уже замерзли просто. И уже хотя бы сострадание, купите у меня книгу, а я абсолютно плохо. А здесь ты даже умрешь здесь от мороза, абсолютно, видишь, что абсолютно они равнодушны. Да, ну, твоя проблема. Хочешь, мёрзнешь, здесь ходи. Им все равно, что у тебя там миссия или не миссия. Им все равно, кто ты там. Они люди, и все, у них свои цели. А бывают добрые попадаются люди. Вдруг целый день добрые люди. И все тебя любят, и всем ты нужен, и думаю, ничего себе. И вот между двух огней. И вначале, чтобы хоть одну книгу распространить, не нужно. Это вообще это очень большое достижение. Но когда приходит полномочия, может 60 книг, 100 книг уйти в один день. И вы тогда думаете, ничего себе. Это уже не вы, и вы чувствуете, как и работает внутренняя энергия. Или вас отправляют проповедовать, вы едете двое суток в какой-то город, приезжаете, приходите в зал, а там пусто. И садятся перед тобой пару человек преданных, говорят, ну давай, проповедуй нам. Ты так смотришь, ну они еще и старшие. Хорошо, боже мой. Что это за издевательство? Больше впечатлений от поезда получил. И так, иногда такое вот очень апатия такая наступает, ты думаешь, боже. Как же себе силы найти? И начнешь вспоминать, ну помнишь Прабхупада? Он приходил, он у него и голым стенам проповедовал. Вообще никто не интересовался всем. И всю жизнь у него ничего не получалось. Только последние 10 лет какой-то успех был. Это так, ну да,
Прабхупада был такой. Не то, что сразу все получается, наоборот, может долго не получаться. Может и вообще не получаться. Но когда у Бхактивинода Такура что-то не получалось, он говорит, так, хорошо, это значит, нужно точно это делать, потому что раз не получается, значит за этим скрывается что-то очень важное. Пустила свои. Прабхупада также думал, так, раз в Индии не получается, на родине сознания Кришны, тогда надо ехать в ад. Как такая мысль может вообще прийти в голову? Через столько неудач сказать, что теперь давай еще больше увеличим энтузиазм. Это такие примеры. И, наши, и мы каждый повторим путь Прабхупады, но в маленьких масштабах. Я это замечаю. Мы повторяем путь Прабхупады, но в маленьких масштабах. Все то же самое проживаем примерно. Такие же какие-то ситуации в маленьких масштабах. Скажите, пожалуйста, у нас 35 вопросов, мы недавно писали, как первая инициация, там был такой вопрос. Разделите варнашрамы по гунам. И вот варны легко делятся по гунам, а ашрамы, не знаю, как это делать. Как поделить ашрамы? Можно это делать по гунам? Ну, например, брамачари ашрамы гуны невежества. Грихаста ашрамы гуны страсти. То есть как можно, да? Ванапраста это уже гуна благости. Саньяса, пожалуй, должен уже быть трансцендентный, шутва сата. Чистая благость там еще такая. Шутва сата, это саньяса ашрама. А почему брахмачарьи невежество? Это же ученики, а ученик ничего не знает, он учится. Он должен чувствовать себя глупцом ученика, иначе он ничего не научится. Ну, потому что еще брахмачарьи обычно это дети до полового созревания. Дети считаются как бы это невежество, потому что там они еще знаний не имеют. И, конечно, там же смешанное было, не то, что полностью невежество, но там с благостью смешано, потому что у ребенка есть чистота, еще. Всегда сочетание будет, но какая-то преобладает, но преобладает невежество. Ну, наверное, все, надо останавливаться, все. Ну, же время идет, вам, наверное, бежать. Домой, туда-сюда, да? Уже никто никуда не надо. Мы уже все знаем про школу. Ачинатамурки! Джай! Анантакути вайшнава вриндаки! Джай! Спасибо вам за внимание.